Так, в общем, ребят, я не знаю, идет стрим или нет. Я его, в принципе, сейчас запустил, перезапустил, еще раз перезапустил. И вот что-то как-то... Видимо, с Ютубом что-то не то. Дайте-ка я еще раз пересоздам. Я не знаю, честно, в чем проблема, поэтому хрен его знает. Хрен его знает, как говорится. У меня вообще показывает, что сейчас стрим смотрят всего 2 человека, но в чате я уже насчитал раз. Во! Чат пошел. О, в смысле, стрим пошел. Во-во-во. Вот, все, нормуль. Даже пересоздавать не надо. Все, отлично. Да, покинуть этот стрим. Ууу, нифига себе, 144 пикселя поставлю. Это прикинь, когда я сказал, и только сейчас-то начало стримиться. Ага, так, ребят, я не знаю, в общем, всем привет, у нас какой-то краш стрима был, поэтому... Может, это лаг? Прям, не знаю, в общем, что-то было плохо. В любом случае, всем привет, надеюсь, вам понравится этот стрим, и он не будет таким же крашеным, как только что был. Так, сейчас я его быстренько самую малость настрою, добавлю вам сюда часики, как обычно. И мы уже начнем вот этого плясать. Мы же будем плясать, правильно? Наверное. Чё? Мы же будем плясать, говорю. В смысле плясать? Ну, не знаю. От этого. Под дудку? Ну, типа того. Так, раз, два. Сейчас я часик еще включу здесь. И, кстати, да, еще раз всем привет. Потому что первый раз, когда я сказал привет, этого никто не услышал, к сожалению. Как и я прям, да, я такой радостный, говорю, всем привет там, да, надеюсь, вам понравится этот стрим, все дела, там, говорить начинаю, там, разглагольствую на эту тематику, и никто не слышит. Да. Печаль, беда. Да. Ну, как обычно, в общем, не бывает стримов без фейлов, так что это нормально. И лучше пусть фейлы будут такие, чем в самой игре. Ладно, ребят, скажите, если честно, как там по музыке? Можешь и ты сказать, если ты слышишь, ну, то есть... Сейчас я тогда звук в игре отключу, музыку, точнее, в игре, а то ну, просто я внешнюю музыку включаю, чтобы в игре там иногда непонятно, как все это работает, а тут нормально. Так, и попутно я ее как раз-таки сделаю, чтобы он повторялся. Блин, непонятно, кто из вас говорит. Да, все нормально. В принципе, все нормально. Тебя, меня хорошо слышно на фоне музыки. Это кто звонит? Не знаю, это у тебя, видимо. А, вообще звонит Пчелкин, Сав. Сейчас я их добавлю. Давай. Вот, в общем, ну, за время отсутствия стрима, ребят, у нас появилась маленькая такая веселая команда, с которой мы, в принципе, все довольно неплохо проходим, и поэтому сейчас я их подсоединяю к скайпу, и я надеюсь, что... Гопь. Так, тихо. Все, не надо об этом сейчас. Музыку говорят, чуть здравствуй, потише. Здравствуй, Сав. Здравствуй, директор. Здравствуй. Здравствуй, здорово, стрим, Сав. Скажи тоже, Сав. Здорово, стрим. Как дела? Вот, так, ладно. А, пчела тоже к нам сейчас подсоединится, наверное. Пичкин. А нет, он к нам не подсоединится, он сказал, что он в 2 часа такой проснется. А времени уже 3 часа. Пум-пум-пум мне. Поэтому я... Ой-ой-ой. Я не то сделал. Ты его скинул? Я скинул Сафа зачем-то случайно, прости, Саф. Поэтому мы скайпа всех.
Не, просто знаешь, у меня так, короче, это... ну, картинки же переключаются там, ты же знаешь, да, в скайпе, ну. И я нажимаю на пчелу, раз, и вдруг там ты появляешься, и ты отключаешься. Такой, окей. А ты это... Все ок. Месть? Что за месть, Дедвиш? Ну, месть Хокстона. Ну... Стелс. Стелс. Ребят, мы хотели сегодня парашу так ударить хорошенько так. Тем более, что месть Хокстона у меня выложена же на канале, и в принципе, Дедвиш немногим сложнее проходит. Единственная разница, там, по-моему, у вас 30, что ли? Нет, не 30, 15 секунд, по-моему, чтобы отключить сигнализацию. А все остальное то же самое. Так что так, ладно. Я тогда создаю, наверное. Валяй. Создавай. Что, вот. Денег много стало? Ну, чуть-чуть. Вот, спасение Хокстона. Как раз не месть, но спасение. Блин, я сейчас посмотрел, у меня уже 11 оверкиллов этих пройден. На чем? Про джоб, спасение. Я промолчу про свое задротство. Да, не, ты лучше вообще молчи на эту тему. Да вы вообще задроты. Что поделать? Много свободного времени. Нужно же куда-то его убивать. Ну, к нам 55-й левел начали подцепляться. Я такой, ну да. Нет, надо редактировать настройки, поставить и удалить. О, там к нам Тима сейчас еще хочет подсоединиться. Ну ладно, можно на Дедвиш идти. Да, ну сейчас, давай. Тима тоже, да, можно? Почему нет? Why not? Тимка? Ошибка присоединения. Привет, Тима. А там ну, присоединяюсь. Не, он еще не это, еще не с нами. Пока. Привет, парни. Здравствуй, Тим. Скажи здравствуй, стрим, и тебя, как обычно, нифига не слышно. Здравствуйте, парни, как вы? Ага. Здорово. Да, привет, Пес. Да, всем здорово. Тим, от тебя отдельное здорово. И, в общем, надеюсь, что вы, ребят, подцепитесь, как бы сейчас место, собственно, для всех есть. Давай. Кстати, Дэс, я, кажется, понял, что за хрень. Только главное, короче... без мата. Ну, на всякий так. Ну, я понял. Ну, короче, я понял, что за фигня произошла. В чем косяк. Короче, нужно просто еще одну игру купить. Ну, фак. Она 500 рублей стоит. Ну, 400, если быть формально. Это что? Это чтобы джекета открыть. И, кстати, перс, помнишь? А, да, нужно купить было этот, Hotline Miami 2, точно. Да, да. Правильно. Нет, не 2, а именно 2 игры. Две, первую и вторую. Ну, а я не знаю, я сделал предзаказ Hotline Miami, вот из-за чего, да. Второго. И из-за этого купилось. У меня тоже джекет закрылся из-за того, что я предзаказ сделал. Сав, ты заходишь? Сама. Да, потихоньку, у меня тут просто. Кстати, перс, помнишь, ты спрашивал меня про это, кстати, про 4 маски? Про 4 маски чего? Ну, Мега Вулф, там, Мега Хоксон, там вся фигня. Ну. А, ну. Короче, их уже никак не получить. Вообще я тебе никак. Говорил уже, что их никак. Вообще никак? Не вообще никак. Это было... Ну и срать на это для топлива нужно было. Да-да. В общем, ладно, ребят, мы потихонечку начинаем. Я у вас увеличиваю экран, чтобы вы смотрели уже на нормальный экранчик. И, собственно... С будущим фимосом, блин. Собственно, так поехали. Вот. Дэс, помнишь, мы разговаривали с тобой насчет ачивки, где надо из дробовика разрывными четверых сразу задеть. Да, я сделал. И ты еще такой говоришь, типа, почему там написано не боеприпасами? Ну, Steam. давай. Это английские буквы, ХАЕ. А, окей. Так что, блин, ну это как-то тоже печально. Ну ладно. Кстати, у меня, я проверил максимальный уворот 50. Нет, 75. Не знаю. Присядку 75. Нет, 50 именно максимальный в принципе, то есть, ну... Ну это пишется. Да. Понимаешь, там перки... Присядку понятно, что он будет больше, то есть, да, я не спорю. Там же прикол в чем? Ты делаешь это ради того, чтобы ты в бегу был так же, как в присядку. Да, я вот вкусно. И все. Парни, а у всех есть 120 про ачивка? 120? Что? Ну... Типа, аккуратности команды. Мне интересно даже стало, что это за фигня. Ну, короче, я, надо, кстати, вчера 101 получил процент. Не, есть 120, чтобы у всей команды была общая точность. Ну, у всех да, есть? Понял. Нет. Наверное, нет тоже. Если она недавняя, то нет. Да. Proof. Да. Я думаю, что мы навряд ли сейчас ее получим, поэтому нет смысла париться особо.
Да не, надо просто всем гранатометы взять и все. Поехали. С гранатометом не такая точность, если что. Окей, окей, окей. Ща. Так. Да, вот единственное вот то, что всех бесит, абсолютно. Опа, у меня игра вылетела. Офигенно! Ладно, подрубишься, короче. По-моему, у Тимы тоже вырубило. Да, кстати. Такой минус 2 просто. Ну, Сав, мы с тобой затащим, так что ничего страшного. Я хотел на колени там всех посадить. Читай. В итоге тебя посадили. На колени. Так, ладно. Жизнь за мной взялась тогда. Здравствуйте, ребят. Блин, не успел второго долбануть. Сейчас долбану, ладно. Надо было даблшотом. Ну окей. Так, в общем, ребята... Осторожно. Да что ж такое-то? Присоединяются... Где дозер? Дозера нету. Я его, по крайней мере, не слышу. Стой, не юзай машину пока. Я патроны засуну туда. Лады. Ух, промазал. Так, ладно, мы, в общем, потихонечку будем проходить это спасение Хокстона. Надеюсь, у нас оно вообще получится. В принципе, ничего особо сложного нету. Блин, как же круто с этими уворотами, когда они на максимум вкачаны. Хотя вообще, короче, никто не попадает почти что. Ну, у тебя как гудлайк, только почти. Дайте мне 200-го. А, не убивайте 7 хп. Я не убивал. Yes. Вот, 200-й. Машина поехала. Ну да. Чё? Зачем ты его убил? Ну, хп, все дела. Какие ваншот. Хп? Какие ваншоты, какие хп? Я не знаю, что у меня дробовик ваншотит. Так ты не стреляй тогда. Ну, окей, ладно. Ну ты, я думаю, ты поймаешь. Перс, ты просто назад куда-нибудь отойди, не знаю, там, поймайся, иду, кстати. Тазер свет увидел, короче. Вон, Тим уже сзади бегает и ничего. Ой. Только не говорите, что я без броника. Воу-воу-воу. Кто они? Я что, без броника или что? Ты без броника? Без броника, да. Так. Надеюсь. Да ладно. Мы тоже без броника. У нас ворота. Не, ну... Проблема в этом. Не, я понимаю. Ну знаешь, так, ну типа, ты тоже без броника, и мы без броника. Все нормально. Да ладно. Ну, тебя как его называют? У тебя, короче, мини-табу-раса. Только с оружием разным. Личная табурасы, да, кстати, мы прошли. О, двухсотки. Я оставил. О, тихо, 40. Лежать. Я слепой. Всё, мы его посадили. Мы его посадили. Хорошо. А вот, мы, кстати, да, прошли ачивку табурасы, кто не в курсе, это ачивка, что надо пройти без перк, точнее, без это, без умений, скиллов, то бишь, да, и без любого оружия, там нужно конкретное взять, и, в общем, я записал это дело. АК-47 и Томсон. Да, я, в общем, записал это дело, и потом, я думаю, покажу. Поехали. Да, конечно. Все постучали в машину. Бульда. Где? Помечен. Помечен? Дайте мне бульду, дайте бульду. Я у него патрон. Все, у него нет стекла, бьём. Воу, я был не виноват. Кто? Какая засранец? Это был не я. Бульду не дали убить. Даже не знаю, кто. Не, честно. Меня вообще тейзер схватил. Я знаю, это перс мне мстил за тех троих, которых я убил. Ну что, был неплохой спаун когда-то. А, сзади снайпер. Меня как бы не показал. Не, он спереди, ты чё? А, окей. О, блин, у меня опять шифт завис, и из-за этого я завис. Значит, да. Вообще не знаю, я просто... А, турель. Так, турель, у нас турель. Эта дырка тут лежит, короче. Дырка? Да. А чё вы турель боитесь? Дима? Ну, наверное, у половины команды нету воротов нормальных. А? Турель? Чё? Нет, не слышу. А что такое сейчас, турель? Сейчас, короче, оп. Не, а сейчас она в меня оп. Так сильно будет, не будет попадать, как тогда. Эй, Дэс. Знаешь, что я хочу сделать? Да. Вау. Главное, в меня не стреляй. Да, проблема в том, что разрывные они реально странно работают. Это да. Ну, кстати, тоже у нас турель, но турель вторая. Ай-яй-яй. Ну, спокойно, по эскейпам. Там клокер. Лок. Сбоку. Турелька,
привет! Слушай, ты даже говоришь, что можно как-то уничтожить ее, что-то там снять. А, да, Танатосом. У тебя есть Танатос сейчас? Только Танатос? Не, ну с РПГ тоже можно. Ладно, она меня немножко это пробивает. А уже компактор доступен, кстати, или нет, я не понимаю. Я полечусь на всякий случай. Ты не знаешь, Тима? Как кто доступен? Overkill Pack, это миниган и гранатомет. А, он там доступен. Там где-то... А, окей. Вон он. Ты как его называют? Я так просто не видел смысла. 500 рублей отдавать. Я тебя спас. Да, а ты не меня спас. Он 4 вернее. Он уже откдэшил. Он просто бежал. Там говорят, что какой-то типа подарок сделал в конце, но я в это слабо верю. Ну что, берешься? Да, разумеется. И там тебе еще кого-то посадили. Ким, тебе будет хильнуться? Нет, вроде нету никого. Блин. Хорошо. Так. Ну давай тогда открывай, я если что, там буду попробую встретить. Надеюсь, что он будет у меня, я ему раздамажу. Лады. Секунды и... Тере... У меня! Ну... Я не виноват. Тут я ему стекло собью. Дайте, давай. дайте, ну... Сволочи, я вас ненавижу. Бульдозеров мне оставьте. Я плакать, короче. Ладно. На самом деле, да, недавно как раз вчера играли, вспоминали, как когда в первый раз заходишь в ПД и такой: «Бульдозер, твою мать, что делать?» Сейчас, блин, охота на бульдозера. Окей, да, давай охота на... Давай сделаем ивент. Короче, все сбрасываем все перки, все скиллы и без уворотов идем бить его перчатками. Бля, ой. Кто убьет, тот красавчик. Тварь. Можно мне аптечку в сервер наверное, поставить? Да, ставь мне вторую. Я тебе могу свою поставить. Я в этом в плане есть, то что твою. Пак, тизер. А где он, кстати? Сверху. Я его нашел, вон он. Ой, тут щит открылся. Пока щит. Пока еще кому-то. Блин, да откуда их столько тут? Набежали. Эй! Ну. О, два щита. Ловите. Хорошо, когда быстро дверь находишь. Угу. Собственно, миссия-то легкая, в принципе. Главное. Смотри, такая кровь в воздухе. Вау. Снимайте. Просто главное к этому привыкнуть. Сейчас подожду. Ужас. Что это такое отвалится? Не знаю. Вроде быстро прошли. За 8 минут Изи. Всего. Кто ж так страшно дышит-то? Такой прям точно. Гром. Так, ладненько. Сейчас мы будем обороняться. Не знаю, я вчера набил, короче, по-моему, около 320, что ли, киллов. На чем? На вот этой миссии. Это просто эпик был фейл. Стороны команды. И ты был без пулемета, как назвал. Я был всего лишь с этим дробовиком. Облезлым. Но хорошим и качественным. Будем дюкать карты? Я уже спрашивал. Да, ну я как-то это, видимо, пропустил. А вот здесь карта, как обычно. У меня сколько? Давай на 20. Стойте. Не успел, ладно. Цветочной карты у нас нету. Там карты тоже вроде нет. Ну, в принципе, можно без дюпов, я думаю, даже. Ничего такого не даст особо. Как же карта? Вот так. Ой, да ладно. Давай. Господи! Нет, я это заскриню, ребят, извините. Что там такое?
У меня волосы у этой бабы просто гигантская. Окей. Волосы гигантские. Нет. Волосы гигантские. Волос гигантский. Нет, если бы вы видели. Мы поняли, да. Так, а текстурки размазались. Ребят, растянулись. Я, кстати, сервера не вижу, но он здесь. Но я его не вижу. Еще наверху. Может быть, он и не нужен? Нет, он иногда будет нужен. Уже совершенно рандомный спаун. А, во, да, он сверху. Я вот что-то как-то про это хреново прочекал. Это за то, что вы мне не оставляли бульдозеров. Во всем виноват дезертир. Во всем виноват ты. Я? Да, ты мне не оставил бульдозер. Все. Я на тебя обиделся. Персональная обида на перса. Бежишь. А, клок, убейте клок. Убил. Блин, хотел его с ножа зарезать. Что, не убили его, что ли? Не, еще один. Убили. А, еще один. А, вот он! Нет. Ой, их три было. Оказывается, их было три. Вставай, поднимай свою тощую задницу. Так. Я задел. Кто это был? Помните? А! Где? Где это? Где это? Нет. Люблю, когда с огоньком. Особенно здесь. Нет. Чё там это? Да твою! Сав! Что? Ты тоже убил его? Нет, я его не убил. Он 200-го добил. Нет, я реально его не добивал. Он горел. Быть того не может. У меня он не горел. У меня он горел. Я пробежал там просто. Думаю, что я там кого-то убивал. Ой. Я не успел убить его. Бульда. Бульда. Где? Прямо над вами. Прямо над нами? Да, кстати, и правда прямо над нами. Бульда. Блин, мне дали все расставлять. Пока, Бульда. Увидимся в следующем году. Внизу это сервер. Это... Откроешь, Тим? А, кому нужен бульдозер? Тим, откроешь сейчас, спасибо за бульдозер. Открой, пожалуйста. Я пока с ним подружусь. У него много друзей. Да, что ж такое? Дайте мне до бульдозера дойти, сволочь. Снайперов пойду. Много. Давай, Тима. Смотри, сколько у него бухгалтера, блин. Лол. Пока. С перчатки забил? Ачивка, да. Красавчик. Я ему, короче, оставил 24 хп, блин. Да, я видел. Я как раз разбегаю ему просто, знаешь, так, в щи, с выпадом. Ага, я так и понял. Все, больше мне не нужно. Мне пот в лицо. У тебя тоже, да, с перчатки? Нет, у меня с перчатки как раз нет, с ножа есть. Нет, у тебя перчатки одеты? Нет, меня... А, да. А зачем тебе тогда бульдозера? Ну, просто я их люблю убивать. О, господи! Господи, да. А, они начали шарашить. Я-то думаю, он их убивает, а он просто так ради удовольствия. Я чё, не знаю, даже документ не могу чекать. Ну ладно, хоть я успел с перчатки урвать. Не, а я смотри, я ещё хотел тебя оставить как раз, я заметил, что это перчатка. Да, все, у меня все ачивки выполнены. На бульду. Не, а у тебя есть ачивка, которая убить там сколько-то там бульдозеров? А, нет, я имею в виду... Два клока! Где? Давай. А, патроны кончились! Че, спасу, смотри. Господи, где эти документы? Только один клок. У тебя должны быть, по идее. Одно из двух. Нет, девушек. у тебя. Вот оно, последнее. Прикинь, нет. Не смешно. Ой. Хрен там. Куда столько щитов, ё-моё? Как я выживаю? О, два бульдозера. Няшки. Ну, запалил, по-моему, гранату успел. Ё-моё. Тес. Сейчас, я собью мне стекло. Убил. На тебе. Ну. Я успел. Пока буду. Ай. Пока, Тес. Пока дезертир. Проснись. Не, ну, я буду убил раньше, чем меня. Они пацанули. Еще один Бульда. А, нет, показалось. Защита. Не забыл, что Тима медик. Underground. Отлично, двухсоточку взял. Пока. Минус тазер. Ну как больно. Чё там у тебя больно? Ты по этому пробежал. Уии! Там так много веселого. Я, ребят, играю с новой своей командой.
потому что старая у меня все время развалилась, и сейчас осталось брать новую, и вдруг у нас как-то это все легко получилось. А, в общем, со мной играет Сав, со мной играет Тима, со мной играет Перс. А, первых двух вы не знаете, вы знаете Перса, так что... Вот. Мы ноунеймы, так сказать. Ну да. Большого киберспорта. Ну, собственно, это не отменяет того, что это эти хорошие люди помогают мне и себе в прохождении Payday. Что-то ты тут устраиваешь хорошо. Кто? Тимка? Нет. А, Перс? Кто устраивает, тот знает. Ну, точно не я. Чё-то да. Я не могу... Я не знаю, я посмотрел, попробовал. Там, короче, у вас этот, тазер и... Блокер. Ай. Ай-яй. Тварь. Люблю вот этот дробовик за то, что он мне дает возможность после удара клокера. Оставь свою эту. Аптечку? Очку. На. А, твою. Блин. Чего душу держал, мать. Ладно. Привет. Меня, ребят, извините, кстати, что не можем читать пока что комментарии, но. Как да ладно, я могу успевать читать комментарии. Да, ну, читай тогда комментарии. Я не могу с планшета зайти на твой стрим. Я могу зайти на твой на канал, но там не показывает, что ты стримишь. Просто у меня проблема в чем... Ой, я еще карту нашел. Ребят, еще карту. Здесь просто все приветствуются, пока что. Привет, 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 Перс, привет, привет. Ай, хай. Да, да. Всем ну привет, да, там ребят. Пока что приветствуются, плюсы. Какие-то вот. Экспертиза. Тим, Тим. Офигеть, вот здесь сейчас ходят. Мы экспертизу открываем? Да, 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 у нас три карты, ё-моё, мы все можем открыть. Еще даже что-нибудь халяву поставить. Я открываю между этими. Угу. А, понятно. Уже не надо. Уже не надо, да. Что открыли? Ну, Тимка открыл. Я хотел между дверями. Ну ты понял, Тима. Да я понял. Насчет Тима не уверен. Так, сейчас оставлю посылку, погодите. Есть вероятность, что это будет верное. А может... Откройте оружейню. А, зачем? Так а зачем? Нам еще две, может, открывать придется. Ладно. Где такого? Возможно. Возможно, да. Может и не придется. А, снайпер. Бульда, щита. Бульда, бульда, бульда. Вижу. Вижу. Он внизу. Вижу. Коля. Так, щитов раздолбал, сейчас попаду за бульдой. Ой. Ой. Бумс, минус бульда. Как вот я обожаю этот дробовик. 5 секунд экспертиза. Че, опять аптечку тебе поставить, что ли? Ну да. Фига ты там просто. Не угадал. Чему? Не угадал. Не угадал. Ну бывает. А че у меня хоть оружие-то? На, понял. Ой. Тебе 200-ника надо? Мне нет. Ему не знаю. Давай. Мы еще один бульда. Привет, бульда. Я могу взорвать твоего. А, пока, бульда. А стоп, Тим, у тебя тоже перевербовка? Да. Да, у всех она, по-моему, уже есть. Ну, кроме меня. Меня? Хотя у меня тоже, по идее, она есть. А, нет, у этого нету. У этого нет. Может, у этого билда ее нет. Как же там? Карнавал. Там сзади стреляют. Ой, холя. Где? Ай, щит. О, тут наш друг есть, ребят. На! О, класс. Гуляй. Ну, за тело? Серьезно? Ну, я-то упал, потому что меня он как-то толкнул из дробаша в щи просто залепил, а Тима не знаю. Бывает, в принципе, нормально. Наверное, скукство. Просто где пауэрбук, так сказать? Твою, Тима. Окей, окей. Окей, окей. А, он же тоже. Воу-воу-воу-воу! Я уже забыл, что он тоже доктор. Доктор Мейн! Люди пишут скучно. Люди пишут скучно. У нас теперь на стриме 4 приветливых человека. А, он чё? Бывает. Не знаю, никто не снял, ё-моё, снайпер. Не сильно охота говорить, если честно. Такое ощущение, что спишь до сих пор. О, чувачок. Садили тебе еще одного. А, господи. Пауэрбок. Перс. Мы тебе еще чувака посадили, не знаю, нужно тебе или нет.
Ай, меня слепили опять. Тоф юнит от камен. А я очки себе вкачал. Не, ну знаешь, Сав, все-таки убивать бульдозера с первого шота это весело. Не знаю, у меня грубер. Три патрона в голову. Берешь гранатомет, короче, и в лицо ему стреляешь. А, ты с дробовика ему вынеси так же. Как не смог. Дробовики не ваши-то. Если оверкин взять. О, бульдозер! Кому? Где? Кому готовенько? Давай. Дайте ему с гранатомета. Я уже дал. Я пару там снайпер защищаю. Этот. Локер. Попасть бы, блин. Чё-то не могу попасть. Блин. У меня релоуд полный. Ого. Там. Серьёзно? Тима. Я серьёзно? Не могу попасть по снайперу. Я попал по снайперу. У меня, короче, у вас смерть. Я пытался со снайпером бороться. Слушай. Приколки меня, если кто-то сдохнет, лес открывать второй этаж. Его вообще не будет так, как можно. А, ты его грохнул? Кого? Тима на втором этаже залога приучил. Я такой, ва? Что, простите, да? Это вообще как? Бульда. Где? На первом. У меня есть 5 патронов. А, ребята, пройдите месть Хокстона, месть, если бы... Бульда. Бульда, ты куда? Бульда, мужик. Куда ты? Он от меня уйти хотел, блин. Мне даже обидно стал. Ладно. Подпалил пукан. Бульдозер был. Так. Завожу компьютер. Давайте открывать. Парень дружит с двумя черепахами 18 рыбками. Это знаешь, типа, есть стандарт, сильно независимая девушка, это сильно независимый парень. Да. Чё это в этом духе? А, я понял, кстати, чё я бульду не убил. У меня здоровье было полное. Ну. Тима? Кто там? Поднимайся. Оу, газ. Не надо было заходить внутрь. Господи. Господи, что здесь творится? Откуда здесь столько народу? Эй! А там нет уже никого. Блин, жалко. О, появились. Ну, теперь появились, да. Как-то еще странно работают, они иногда эскейп делают. Что под них гранатомет кидаешь, и наплевать. Привет! Откуда стреляют? А, все, сверху. Так, где-то... 10 секунд. Клокер хистори. Клокер. Еще раз к вам. Клокер спрыгнул. Да, я его там раздамажил чутка. Газ выключи вовремя. Ой. Я пошел. Возвращайтесь в офисы. Да, а тут я тут рядом. Тут клокер. Ну, ох, твою. Там сколько налево. Блокеров? Уже ни одного. Уже ни одного. Хорошо. Ой, отстань. На 70. Так. Все что ли? Больше нет ничего? Нет. Перса там зажимают. Да не, просто патроны не вовремя закончились на огнемете. Перс, я бегу к тебе, мужик. Живи. Ставлю аптеку. Лечись. Где? Лечись. Фух, на лоу хп видел, выжил. Да. Я думал, тебе любимая песня. Сидеть, я сказал. Вот, теперь я, по идее, спокойно должен буду выносить шота. У меня, у моего братишки осталось 4 хп. Ну, я тут эту как бы еще одного посадил, но его убили. Не, я посадил себе уже. Еще одного такого же. Ай, пиздец. Сюрприз. Привет. Ой. 10 секунд. 50 секунд до взлома. Окей. Чё смотришь на меня? Иди воюй. Там снайпер где-то, ребят. Иди воюй, чё смотришь на меня? Стол, короче, и смотрит на меня. Ребят, снайпер снизу на первом этаже. Не поверишь, у меня здесь бульдозер и щит.
Да? Щит спустился, бульдозер, не знаю. Сейчас где? Около пауэрбокса. Бегу. Бульдозер не хочет идти. Он возьми. Уже бегу. Ух. Он вверху выкухнулся. Я увидел, да. Я увидел только его смерть. Я не увидел его снова. Кстати, я, может быть, сейчас упаду. Нет, упал перс. Нет, перс упал. Я подниму. Я догадываюсь, что ты поднимешь. Ты для этого нам и нужен. Там есть еще великий Тима. Тима ужасный. Ой. Я уже теперь и этих выношу с шота. Ладно, это было сам. Уходим отсюда. Ок, я на тебя ору. Все, выход что ли? Да, все окей. Что-то как-то мы это быстро все это сделали. Я говорю, надо, ты еще пожалуешься. Будет весело. На, ну ты все видишь, мы вчера, короче, пытались пройти. Ну, втроем. И там левел. Но там были настолько непонятные команды, и мы с пчелой так терпели, что просто. Теперь у нас есть перс. Теперь у нас есть перс, да. Чего? Да ничего, говорю, теперь у нас есть перс. В общем, мы прошли спасение Хоксона. Оно легкое, в принципе. Довольно забавно тут общаются в комментариях все-таки. Ну да. 1 500 000 дали. Что даст у тебя на завтрак? У меня на завтрак? Угу. Яйца. Яйца? Яйца. Почувствуй себя. А у человека блины. Что там, как его, блины с икрой. Борщ, пюре с сосиской, чай. И на обед бутерброды с колбасой и сыром. Ну, как вариант, можно, конечно, да. Люди еще обсуждают, почему, типа, все-таки Payday остался. Ну, потому что Payday остался как минимум по той причине, что у него часто выпускают какие-то обновления, он до сих пор живет за счет них. Если бы, допустим, все изначально выпустили сразу... Нет, я не в этом плане, почему он остался в виде стрима. В виде стрима он остался по той причине, что проголосовали в ВК, так как я дал возможность людям самим выбирать, какие игры они хотят видеть на стриме и какие игры они хотят видеть в прохождениях. Но тут уверяют, что во всем виноват перс, у него 15 левых страниц. Перс, признавайте. Да, есть такое. Почему у вас 15 левых страниц? Господин перс, а? Давай, отвечай. Так, куда так, дальше? Выбирайте, короче, пока я сейчас быстренько вернусь. Вот, ну видишь, он даже отвечать не стал, просто смотался. Кто? Чё? Я отключал звук, я по телефону разговаривал. Чё спрашивали? А, так вот у кого было. Мы спрашивали, в связи с чем вы 15 страниц завели, чтобы Payday прокатить в стрим. Кто 15 страниц? Вы. Вы. В смысле 15 страниц? Ну, в ВК. В любом смысле. 15 страниц лишних левых. Кто создал? Ты. Ты? Я создал 15 лишних страниц, да. Дурак, что ли? 15 новых телефонов. У меня столько сим-карт не хватит. У меня нет столько симок. Ладно, в общем, я создаю месть Хокстона тогда, наверное. Просто рашем. Да не, овертилом быстро. Или ДВ пойдем? Не, ДВ не надо. Окей. ДВ по стелсу все-таки приятней. Ну как? Это да. Это да. Хоть увидят первый. Вы видели уже где-то вот его? Да, Крис, тебе придется регениться для Дарксайдера именно в ВК и там пытаться его предлагать. Ладно. Потихонечку проходим дальше. Лады. Так. Еще ждать перса какое-то время. Лады. Ну, можно, конечно, его кикнуть. Ну, это уже совсем другая история. Ну да. Так, а сколько у меня получается, вот смотри,
97-й, 98-й это 2. Еще 4 очка получается, да, будет? Ага. Еще одно куда-то влить. Окей. Два медика. О, Тим, у тебя прокачаны аптечки? Угу. Идет кому-то? Вот смотри, Крис, ты можешь спокойно взять, зарегаться, сделать, и тебя уже там 3 человека даже проголосовали бы. Так что давай, все в твоих руках. Люди голосуют за убьем перса, убьем перса, убьем перса. За убьем перса это да, это давно. Их Кристабелла как раз пытается на это подбить. Так, а может мне, кстати, взять этот перчатки? И попробовать убить Бульду с перчаток. Попробуй. Все равно я ему там периодически сношу до лоу хп. Блин, за что заголосовать? Я только создал Crazy Cat. Ну да. За что ему голосовать? Он только что создал. Я не знаю. Ты сам решает. Так, ладно, у меня будет. Так 9, так 10. Ну ладно. Сейчас смысла нет. Как я люблю Razer после 3 лет использования. Это да. Просят взять кого-нибудь базуку. Ну, в смысле, ракету. В смысле, РПГ. У меня как бы их нет. Тима? Окей. Меня просто, у меня, если я взгру, у меня, по-моему, трэш начнется. Там, как его называют. Блин, слишком много взрывов. Я буду просто убивать дезертира. Он будет жаловаться. Да-да-да, я буду жаловаться. Я помню, я еще вчера взял. И жаловался. Зачем РПГ? Не знаю, просто люди... Просто так. Взять. Ну, короче, вот открывается дверь, и ты ему засандаливаешь 10 тысяч в лицо. Хорошо. Критом 70. Просто так... Не буду, короче, спойлерить, кто там будет все-таки. Может, кто-то еще до сих пор не знает. Да, кстати, здесь спойлер. Так что, если вы не играли в эту миссию и не хотите знать, кто за сейфом, минут на сколько-то отключите стрим. Минут на сколько-то? Точнее, не, мы предупредим. Да, вот, мы перед тем, как сейф открыть, мы предупредим, короче. Хотя я не помню, там пишется, когда он орать начинает, что это он орет? Нет. По-моему, не пишется. Нет, там просто... Хотя не, вообще не пишется никак. Да, ребят, всем, кто только что присоединился, привет. Надеюсь, вам нравится стрим, по крайней мере, то, что там... Хотя, тем, кто только что присоединился, навряд ли нравится, они пока еще ничего не видели, кроме чатика и времени. Если бы ты видел, что творилось сейчас с моей панелью задач. Это просто как в капитал шоу так. Вертится барабан, у меня то же самое вертится с панелью задач так. Лол. Вернулся, и мы начинаем раш. Кстати, вот как раз выполнил веркил, у меня его не было. Че, парни, давайте посадим этого. Да. Фанзон. Ну-ка. Фанзон. Так, ну-ка, кобы. Ой, я пытался выйти дверь, извините. Да за шею, блин. Ну он такой... Он даже круче, чем... Ладно, я так пройду, короче. Я хочу, чтобы на дверях были мины, серьезно. Так бы было интереснее, смотрите. А, ну идите паник. У меня, короче, пока паник румпа еще, а вы. Ищем. Сейфа нет. На втором этаже нету. Ну, на первом и втором этаже. Да ляк, я тебе сказал. Она у меня, походу. Хотя. Да, она у меня нашел. Понял. Так, а что нам надо? Что нам надо? Нам нужно две карты нужно... и глаз. Не-не-не, нам нужна дрель. А, нам дрель нужна, точно, мы же рашим, ебать. Я сейчас нам нужен глаз. Я все время припоминаю, где его глаз? Ладно, собираем. Тим, почему его нельзя убить? Вот серьезно, почему его нельзя там убить? Там нет ничего, куда ты смотришь? Там нет ничего. Что? Зачем? Там ничего нет, куда ты смотришь? А, улики собирать? Ну, а мы что делаем? Не, прикольно, я не знал, что это улики. Да, это улики. Я тоже вначале, когда записывал прохождение, тоже не знал, что это улики. Та же самая фигня. А потом я узнал... что доски это тоже... Что у меня есть огромная семья. Да, и фильм хороший у меня, брат 2 зовется. И тропинка, и лесок, поле, каждый колосок. Речка, небо голубое. С
все что-то там мое. Это все мое родное. Все мое родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. О, туалет. Хорошее окончание. О, Бульда, привет. Бульда, пока... Ой, блин, я же его хотел убить с этого. А, это тизер, блин, я хотел его захватить. Тизер. Я такой пальцем на него показал и понял, что это тизер. Улики стадо. Так, Тима Бульду встретил. Это Бульду? Это точно Бульду? Ну, хотя да. Поднимай. Тима Бульду встретил или Бульда встретил Тиму? Бульда встретил Тиму, Тиме не очень понравилось, он умер, он шальнул в него с РПГ. Почему бы нет? Неожиданная встреча. Тогда как-то. Ожидать тебя стало. Кстати, эти хреначат больно, я тебе скажу. Кто именно? Ну, охранники, которые стандартные, здесь хреначат тоже больно. Элита. Перс. Че? Опять. Телефон. Телефон? Сори. Ой. Я хотел его это с перчаткой забить. Продолжай. Продолжай бить его с перчаток. Я его уже добил. Стоп, у тебя два медика, которые тебя будут КД поднимать. Так. Кстати, как его называют? Скидывайте на этот... На чердак, а на этот. Привет! Снайпера! Да, снайпера здесь могут поставить. Фу, блин. Привет, Перс. Перс, который кричит. Мы его подняли. Я сейчас сам понял, что от снайпера. Так, стоп, термобур вон валяется на крыше. Я побежал. Понятно. А где валяются еще улики? Всего 4, что ли? Ну нет, я их на балкон уношу. Там с балкона удобно на крышу перекидывать. Это да, их 8 всего. Блин, да что ж ты такой меткий-то, тварюга? Вертолет пролетел на крышу. Встречайте бульдозера. Я встретил ХАЕ в лицо. Я ничего не вижу. Я сейчас попробую бульдозера встретить, ребят. Ну там пока только тазер. Я не помню, но что нельзя же, по-моему, запрыгнуть, да? Куда? Да, на это крыло. Воу! Это откуда вообще? Воу! Заколебали эти снайпера. Да, что-то, кстати, снайпера здесь. Вообще метки. Тим, подними ДЗ, пожалуйста. Да, а то у меня как-то это... Stand up. Stand up. Так, а где у нас термобур? Отнеси же, правильно? Перс, есть дрели? А? Нет, дрели не прокачаны. Okay. Нет, у меня... Так что просто устанавливаю. Full tank build. Танкобилд. Там, кстати, снайпер вот с той стороны, где балкон, он прям... Там два штука их. Я убил. Привет, снайпер. Да-да-да. Привет, снайпер, два. Но я убил. У меня получилось там лучше. Да бы два, я быстро. Ну, один на один, и все правильно. У него все, пока что минуты. Они это выигрывают. Типа у них размен лучше. Где второй? Так. Второго нет. Да. Второй я убил, я убил. Я короче, у меня печаль, беда, я забыл про экран. Опять. Косяк! Косяк, да, косяк. Косяк. Летай. Почему ты не взлетел? Летай, вот, все. Не так, так, так. Ладно, ребят, я вам включу обратный экран, все нормально, все хорошо. Слышишь, радуйтесь. Да. Похилься, плиз. Тебе в смысле? Тебе в смысле, у тебя трехи падения. А я думаю, если что, освободить. Ну ладно, говори. О, вот еще улика, кстати. Ой, мужик тут. Мужик на улике или мужик... У нас мужик был рядом с ним, так. Сколько у нас там подрели? 280. Привет! Мне нужен заложник. Заложник, а мне нужен работающий бур. Это да, бур важнее, кстати. Ладно, пойду я заложника тогда искать. Оля. Я что-то за все время не встретил ни одной карты. Тихо. Сидеть. Может быть, сидеть, я сказал. Вот. Сидеть. Вот карта. О, я еще, кстати, нашел. Отлично. Теперь у меня Boost Activity. Если что, карта вот что, да? С правой стороны. Да не, а сейчас-то они будут. Давайте дюкнем ради прикола. Здесь четвером.
Просто так, чтобы было. Парни, у нас 6 сумок. Ну, больше даже вроде уже. Я говорю, где-то 8 еще есть. Поехали. Нет, 7 сумок отмечено. А, нет, 8, да. Блин, сделали бы как-нибудь его посложнее, серьезно, это не сколько-то. Пускай она и бесплатная, но она... Не, ну на Overkill она такая легкая, но на ДВ она... Ну я не думаю, что на ДВ это что-то изменится. Тизер. Ну, малость изменяется. Сав. Да. Перс. Перс. Перс, поставь сумки. Please. Там сзади бульдозер просто, я поэтому упал. А, вот это няшка сзади. А, ну я бы не сказал. Привет. Давай, херачи с РПГ. Ну, я... А, уже поздно? Зачем? Патронов нет. В кого? Патронов нет? А у нас есть патроны, так кстати, получше? Да, у нас персы есть. Где он? Чё, патроны нужны? Да, персы, да. Поставь патроны. Нам нужно РПГ. Я поставил, удрели. Окей. Сбивать вертолеты РПГ нужно? О, снайпер! Можно метко выстрелить в лицо. О, ключ-карта. Че, можно брать? Интересно, зачем? Да, разумеется. Интересно, зачем они? Они как бы для этого нужны. И ключ-карт. Для стелс. Вот я могу смотреть, что ты делаешь. Ага. Что? В смысле как? Ну, камеру. Нет, да, я стрим включил наконец. Ага. На планшете. Так, я могу смотреть, где ты делаешь. Подождите секунду. Минус. А я вижу снайперов. Ой, под ноги тебе. Твою. Что там у тебя? Да, а, снайпера. А, бывает. Тебя поднять или тебя поднимет Тима? Меня поднимет Тима, я пошел хилить. Ой, бульдозер. Привет. Ой. Фу. Лол. Чё? Стой, 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 ты хочешь? Да, я сделал это. Я сделал ачивку, да. Я нокаутировал. Поднял. Где он? Тиму зажали. Мы не патроны. Что вы делали? А чё мы сюда все сумки перекидали, слышите? А чё мы сюда сумки перекидали? Да они перекидали, я просто... Ребят, ребят, давайте искать последнюю 8-ю сумку. Нашел. Что делать? Нашел. Все нашли уже, да. Так, блин, а как его называют? Я же его просто так не делал. А, может, я... Ну, я не знаю, они перекидали меня. Хотела их не там. Я сделал эту грёбаную ачивку, теперь мне все зашибись. Больше не придется искать бульт. А, не знаю, я картинами тут наслаждаюсь, тут довольно неплохие. Кстати, да. Вот. Где-то клока. Я не пойму где. Так, и там снайпер опять с левой стороны. Сав, сав. Чё? Снайпер с левой стороны. Привет. Лови хэдшот. Так. Ну, серьезно, классная картина. Я хотел себе такие домой. Ну, тут разные, кстати, есть. Есть. Нет, там вот картина. Девушка неплохая есть в низу спуск по лестнице. Ну, кстати, мне нравится. Прикольная тоже картина. Ну, сам оверкилл не обделили. Это да. Вы все улики, да, нашли? Да. Угу. Больше улик. Крутяк. Пойду я пуканы поджигать. Прикольная картина с девушкой. Непонятная, но прикольная. Ну, у каждого с разные. На это и сделал тизер. Фак, тут клок. Я видел, он на меня идет. Он наверху пошел. Вот он. Нет, он не спустился. А, умри! Так. Макеты тизера. Я что-то один сижу здесь, ничего не делаю. Как здорово, что все мы здесь сегодня со щитами. Со щитами? Да, привет, Бульда. Пока, Бульда, наверное. Нет, сейчас я буду пока. Бульда будет жить. Бульда будет не жить, все, Бульда умер. 30 секунд. Запулить ему в лицо. 30 секунд, да. Ой. Запулить. А запули мне в лицо. Давай, снизу можно подумать. Понял. Ну, если что, я готов. Давай. Грабите с балаклавой. РПГ. Так, у меня, по-моему, это, знаешь, больше патронов. Это, кстати, РПГ в плече застряло, серьезно. Плечевой РПГ. Так, ТС. Я серьезно посмотрю. Что такое? Плечи, посмотри, РПГ. Просто повернись налево. Налево просто повернись. А он его под мышкой держит. Ребят, спойлер. Кабум. Кабум это спойлер. Ой, ё-моё. Ты меня убил, слышь, Тим.
Я говорю, если бы я брал РПГ, ты понимаешь, что бы это творилось. Ждем вертолет. Да пошли вы все нафиг! Нечестно. Я не могу вернуться от взрыва РПГ. Не настолько круто. Ну не знаю, я пытаюсь от ракет каждый раз вернуться на Хоббай Майами. Не получается. Говорят, что их можно заскейпать, и я верю. Я, короче, пошел наверх. Тим, перекидывай через этот, как его называют. Там крыша можно через крышу можно перекидывать. А с хуликами можно, кстати, бегать или нет? Я забыл. Бульдозер. Я не перекинулся. Где бульдозер? Вот, я его мечу. Он уже, по-моему, умер. Второй под стол он ждет. Ладно, я не знаю, я сколько? Я уже 5 бульдозеров убил. Все, убил бульдозера. На пауэрбоксе есть. Там где-то тазер. Кто сумку сюда кинул? Без понятия. А Тима, видимо. Ай! Если что, я залезаю на крышу тихонечко. Ох, меня снайпер хорошо приложил. Я не знаю откуда. А, нашел. С этого, слева. Угу, я понял. Тим, подними его. Окей, я попытаюсь. А, снайпер убил. Хорош. Хорош. Так. Я, короче... Лови! Надеюсь, я буду тебе докидывать, но как-то криво я докидываю. Не, нормально. Сидел все. Главное, чтобы они не ползали. Вот как сейчас. Я не знаю, где их тут складывать, чтобы они не ползали. Меня снайпер стреляет. А с крыш. Самое смешное. Там с крыши стреляет снайпер. Воу-воу-воу-воу. Двух сотник. Пошли вы все нафиг. Тут, короче, этот клокер снизу бегает. У меня сумки спугают. На первом этаже клокер сейчас будет подниматься наверх. А как на крышу подняться? Второй через этаж. Лестницу второго этажа. Ой. А, кстати, не надо перекидывать. Вон, видите, куда он долетел? Он на вторую крышу долетел. Перса подымите. И меня тоже, если можно. Ладно, я подниму перса, если поднимешь меня. Там снайпера аккуратно. Я подниму. Я поднял. В окно выкидываем тогда вот в это. Черт. Штищ. Поднимайся. Кэш, давай забираем две сумки. Блин, им помочь надо. Да, поднял. Я говорю, забираем две сумки и уходим отсюда. Я помог. Вроде. Просто забирай ее, перс, забирай и уходим. Да. Снайпера убил. А, мне под стол нужно перезарядить хоть. Так. Я убью, попытаюсь, по крайней мере. Снайперов нужно минусовать. Убил. Я убил. Тут щит. Умер. Так. Я промахнулся. Ну что там, сумки все? Улики не разлетелись в этом. Хорош. Тим поднялся? Да, поднялся. Стоп, где-то снайпер. Убил. Тут какой-то вообще спал снайперов совершенно. Что-то да, вот чего тут много, это снайперов. Хуже, чем на хотлайне. Это да. Кто там, какой? Кто там кривый кинул? Это был не я. Да. О, я тебя смотри, посадить могу. Все, уходим. Да, уходим. Как же посадить, ну ладно. Как он красиво полетел. О, смотрите, ставьте. Давайте я посмотрим эту картину. Блин, ужасная картина. Уходим. Да, это, кстати, ужасная картина. О, догадайся, кто пришел. Кто? Эльдериэль, но он на работе. Привет, Эл. Да, здорово, Элка. И Crazy Cat уходит плакать. Да, Crazy Cat просто обиделся на Крис за то, что она его ненавидит, и она на него обиделась и прощать его не хочет. И он пытается всеми силами заслужить прощение, но она говорит, что нет. И, в общем, у нас тут драма такая. Санта-Барбара какая-то. Санта-Барбара, да. Аля на стриме по ИД. Да. Ну, это как бы еще задолго, давно началось все это дело, так что... Это было в горах. Перс. Ты не хочешь выбрать себе краски? Нет. Нет, не краску, только не краску. Давай. Ну. Рисунок. Что за говно? Рисунок, яд. Что остается, знаешь,
постоянным это Бадхёрд берется по поводу того, что ему попадает не маска. Ну ладно, хоть в прошлый раз видел, да, маска попала. Я уж хотел бомбануть, потому что посередине вскрылась маска. И я думал, ну все, ну как я сейчас какое-нибудь говнецо выпадет. Так, ребята, во что пойдем следующее? Не без разницы. Ну, выбирайте. Armor транспорт. Ты хочешь транспорт? А, ну, у нас, кстати, этот есть. Нам нужно сделать же 15 контрактов. Ну, давайте один какой-нибудь сделаем. Давайте. Какой? Только маски оденьте. Да-да-да. Все? Ну, кому надо ачивку. Ты задаешься, нужно бороться. Ребят, какой будем делать? Транспорт, парк, ну, точнее, гавань, без разницы, у нас же все сделано. Не-не-не, сейчас скажу, у меня не все сделано. У него не все сделано, я поэтому и спрашиваю. Сейчас, секунду. One second, please. Так, включаю ненадолго. Напомните мне, пожалуйста, давай про экран, чтобы я его убрал. Парк. Да, я тебе скажу. Я теперь твой стрим смотрю. Угу. Ну, я на оверкиле запускаю. Как... А, парк. Вот. Так что да, напомните мне про экран, я надеюсь на вас. Критикат говорит, что это затянется еще на 99 стримов плюс. Ионное прощение. Так. Ну что, начинаем? Нет, стоп, маски, да. Больше, гораздо больше. Что именно? Еще больше стримов, говорят. Еще больше стримов. Ребят, вы можете голосовать. Нет, не в этом плане. Это... Прощение. Прощение. Еще на больше стримов. Я понял. Не, ну просто не сразу можно же понять тебя. Так, я беру пиву, да? Да. Все как в прошлый раз. Так, все, я наконец-то могу забыть про эти перчатки, про эти ножи, лопаты, топоры. Биты, да. Кувалды. А, кстати, нет, зачем вообще бить битой? Есть. Кого, бульду? Скажи. Нет, бульды нету. Нет, бульды нету, а этого скажи. Скажи. Ну, для хотлайна только есть биты убивать. А, фуф. Все, нет, тоже... Все, про биты тоже можно забыть. Не знаю, 15 вырезать нужно на оверкиле. Да, спасибо. Я уже это. Я уже понял. Ложитесь. Так, подожди, а мы же парк выполняли. Ты сам сказал парк выполнять. Почему у меня не отмечено? Не знаю, ну. Чувак, ты сказал. We don't know. Все слышали, он сказал. Да, а у меня просто что-то не отмечено. Блин, у нас была техника с собой, брать. Я шинкую. Техники у нас нету, так что. Так ладно, без техники. Блин, сказал бы мне, я покачался в него. Да. Нам и так нормально. Подождем, ничего страшного. Так, сколько всего получилось. Всего секунд. 3 тачки. 200 секунд, например. Просто их обронять. Савку дотушу. Ну, вдруг золото попадет. А, тут всего. А, я так плакаты просто рассматриваю здесь. Как иногда прикольно посмотреть. Давайте каждый себе грузовичок возьмет. А можно было просто, блин, выломать дверь, а не эту, и увезти все. Не-не-не, там такая хрень, что, короче, там убивается. То есть, первые две ячейки, по-моему, взрываются, если там есть документы на поезд. Нет, ты не понял. Я в смысле... Нет, в смысле вообще увезти. Вообще увезти машину саму. Зачем, не убивайте. Блин? Это типа из разряда, почему всего 4 пейджера. Да-да-да. Зачем ай-яй-яй. Взламывать, да, если можно взять, просто прикройте. Взять и все. Нас чек. Я не вижу. Сейчас фигану туда. 2 щита. 1 тизер. Крис уже негодует, говорит, успокойте вы уже этого кота. Ой. Игорь увидел свет. Меня что-то, кстати, как-то это, подфризывать начал, по идее. Не знаю почему. Он как-то фризит. Дайте мне залога. Господи. Ой, я убил залога. Нет. 2 залога. Нет. Убийца. У меня какой-то день сегодня лагов. Я стою, чиню дрель. Пацан, ну, я не знаю, кто убил пацана. Он, нет, короче... нет, не убивайте. Мы вообще ничего не трогаем, я вообще дрель чиню. Он, как его называют? Его убили, он как-то в машину застрял, и так рука, как у Терминатора во второй части. Я такой, о, тизер, где? У меня подо мной бежал. Ау, щит, ну это вообще не круто. Это персовские дрели, знаменитые? Да, это знаменитые персовские дрели. Это не мои, и не я ставил.
Нет. Я не знаю, просто дезертирую. Чинил эту дрель, и она уже сломалась. Я и эту чинил, она сломалась. И ту я чинил, тоже она сломалась. Будь здоров. Деза просто руки из попца. Нет, чинят плохо. Просто это, как всегда, китайские дрели, которые закупались у твоих поставщиков. Вперед, давайте каждый сделает ставки, что там находится внутри. А, бриллианты, либо деньги, либо... Нет, что, не, что я еще я перечисляю людям, чтобы они сделали ставки в чате. В общем, тут могут находиться бриллианты, деньги или золото, по-моему. Ну, ты что думаешь? Я думаю, что врагов, здесь можно... Не бриллианты, а украшения. Украшения, да. Ну какая разница, украшения тоже могут быть бриллиантами. Там тазер слева от меня. Ребят, у меня тут маленькие проблемы в виде 20 врагов. Да, там, кстати, щитов, я которые... что-то ходил там реально. О, тазер сзади. Перс сзади. Да, беги. Вижу. Финкс. Сейчас даблкин на щитах будет. Все, меня чуть не поимели. Меня поимели. Ой, больно. Вставай. Больно. Поднимите мою тощу. А, так ты еще не... Чего я? Еще не встал. Так, ладно. Ну, уже меньше. Уже не 200 секунд. Уже, да. Это уже 50. А, ну, Литвиша, под этими чертовыми машинами нужно дефиться. Такой трэш. Итого осталось, короче, 80 секунд, чтобы полностью все взломать. Ха, Тима, у тебя тоже такие же руки, как у меня. Проблема. В смысле? Посмотри. Давайте не будем называть это руками. Клешни. По стандарту. По-моему, мы все делаем все клешнями, потому что дрели ломаются априори все. После любого, кто бы не чинил. Так, у меня показывает, что одна дрель уже готова. Почти 16 секунд. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 4, 3, 2, 1. Сейчас Будда, может быть, выскочит, готов. Эй! И бульдозер. Бульдозер? Не, надо бить, что там выскакивает, это 100 пудов. Ну, черный. Из рандомного, не из каждого. Деньги? Нет, почти всегда выскакивает. Ну, из рандомного же. Ну да. Ну, это верно. Если бы был бульдозер в каждом, это было бы смешно. Ну, нас... есть такая прикол, не знаю, слышали вы об этом, но в транспорте есть тоже бульдозер на ДВ. Ну да, есть такое дело. Что в транспорте есть? Ну, там ты открываешь хранилище, а там бульда. Да. Есть такая хренота. Я такой в ад. Ребят, вот к этой тачке. Самое смешное, что у него пейджера нету. А что, кстати, это? Ценности? Деньги. Это деньги. Ты что меня затазил после этого? Ты куда, перс? Вот, бульдозер. Тима, точнее. Бульдозер. Тима пометил. Где? Где это чудо-юдо в непонятно чем? Блин. Ай-яй-яй. Ой. Просто ой. Я так, знаешь, на него выбегаю, встречаемся взглядами, и он понимает, что он не выжил. У нас тут сумки товарищи пришли красить. Я героически пал в бою. Я тебе героически отсыпал сумку. Отсыпал. А, прикрой. Да, конечно. Так, все. Что откуда он стрелит? Самолет. Вертолет вызывали? Вертолет? Да. Типа, ПГ туда, это, сюда. Я все. Нет, серьезно. Был бы РПГ, был бы весело. Ну, в том плане, взрывал. Вон парень. Нет, в смысле, взрывай самолет, еще что-нибудь. Ну, одного я задел, по крайней мере. У нас так сумки рандомно раскиданы, мне кажется, их унесут в конце концов. Вы прикрываете? А, это как бы не мы раскидываем, это они уже носят. Капец, нету бульдозера. Да? Да, это уже они носят. Ой. Ну если что, я если что, это гуфнулся. Чуть-чуть. Так, я, короче, сейчас в самом экстремальном месте нахожусь. Да, это они, короче, уже носят наши сумки. И вы должны меня сейчас будете прикрывать. Это да, они тебя прикрывают. Я, короче, с сумками тут пока отдыхаю. А я думаю, может это перетащить куда-нибудь в один этот. Так вон приехал скейт, ё-моё. Он уже приехал. Я не знаю, что вы тут. А. Я не видел. Я тоже. Да блин! Я на F нажимаю, оно у меня сбрасывается. Чё за фигня? Короче, я... Да мать вашу! Чё, тебя прикрыть что ли? Или тебе аптечку дать?
Да меня со всех сторон зажимают. Давайте там аптечку смотри, вот прям под тобой лежит. У, щиты, привет! 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 Вот там еще привет! Там Бульга. Бульга тоже привет! Сумки, привет! Сумки тоже привет, да. Всем привет. Я пошел уносить их. Ну хотя Тима там вроде есть. Тима, давай. Дэс, поставь аптечку. 5? Она под тобой сказал. А, я не вижу. Ну пошел он. Так, все, забираем, уходим. Бульдозер сумки уносит. Тут реально бульдозер еще один. Стекло сбил. Я думал, я сумку взял. Сдохни. И сдохни. А мне, кстати, принесли под ноги сумку прямо. Дэс, уходим. Да беру сумку, я слышу, что ты орешь-то? Что ты на меня орешь? Не ори на меня. Не ори на меня! Я обиделась. Все, перс в виде она обиделась. Перс в виде она? Ну да. Ну она же говорит, что она обиделась. Легкая наркомания на стриме. Да. Если хоть купил быстрые руки, хоть чуть-чуть быстрее собираю добычу. Быстрые, но не очень быстрые руки. Сав даже попасть и не может. Кашу мало просто елся там. Тима, твоя цель. Шиша, мы его. Мы 9 сумок, кстати, человека дать. Мимо. Второго. Зигзагообразно как полетело. А что, еще надо что-то? Нет, давай посмотрим. У меня нет эскейпа. Странно, кстати, то же самое. What? Я не понял. Я тоже не понял. Это чё, баг? Подойдите к машине. Ну-ка, все, давайте подойдите к машине. А ну-ка. Second. What? Вы сломали игру, поздравляю. На стриме сломана игра. Кто сломал его? У нас, короче, собраны все сумки, но нет эскейпа. Причем 9 сумок. Что за бред? Я гуфнулся. Вот Ахеллес. Ну, короче, это она как бы намекает, типа, ребята, перезапускайте, в следующий раз будет золото. Ну что, ты поставишь аптеку или мы перезапускаем? Там бульда. Все собрано, игра забаговалась, давайте перезапускаем. Господи. Сейчас дай бульду. Все стреляйте в Деза. Стреляйте в Деза. РПГ в Деза. Ха! На бульду я убил. Тебе флокер клянул. Ладно. Так, а я предлагаю тогда запустить то, что там нету перса. Ну давай. Ой, я не то нажал. Чуть-чуть не то нажал. Ну да ладно. Я промахнулся. Там не имеет особого значения. Нормально, мне понравилось, мы сломали игру. В прямом эфире, на стриме. Это хорошо. Люблю ломать игры на стриме. Может быть, Альмира это увидит. Может быть. Может быть. Но эта вероятность настолько мала, что я в это не верю. Итак, на этот раз скажи мне точно, чего у тебя нет. Точно нет, у меня перекрестка. Да, ты на нем ушел, я помню. Не люблю PV2 вместо старика. А персон Гратан, извиняюсь за выражение, охренела и т.д. Персона Грата. Если что. Ну, это типа выражение такое. Я, к сожалению, не в курсе этих выражений. Сорян. Ой, что я сделал? Я на трансляцию приглашаю. А, кстати, да, можно же трансляцию сделать. Пока я не помню, как ее делать. Не дают. Перестал, куда я сейчас? Ох, там. Тим подсоединился. Зачем ты меня на трансляцию приглашал? Печкин проснулся. Печкин? Ну, Пчелкин. Ну понял. Печкин, блин. Да. Сейчас. У нас Тима теперь придет еще. Ну я, короче. Я уже здесь. А что ты? В игру заходи. Так, у меня как раз получается хватает на меткий стрелок. А, я понял. Да, Птичкин проснулся. Птичкин, блин. Почему? Я его вообще никогда правильно, наверное, не назову.
Птичкин, Печкин. А, фак. Птичкин. Все готовы, ребят. Ну, у него же птичка, ну ты помнишь, какая. Птичка Печкин. Птичка Печкин. Птичка на печке, короче. Голубь. Или печка на птичке. Не, печка на птичке лучше. Что? Так. Так. Главное опять себе так держать в голове. DS-экран. DS-экран. Чувак, экран. Сука, ты включи, ты уже экран. И когда-нибудь тебе это сделаю. Наверное. Да. Следующая жизнь. Да-да-да. Эу, печь. Не это, не ругайся. Фу, не ругайся. Сал. Что? Во-первых, печь, да. Рить. Чел. Меня опять они спутали. Я говорил тебе. Не, главное, вчера-то я его нормально называл. Это все Перс виноват, короче, пчел. Извини. В чем? Перс во всем виноват. В чем я виноват? Ты перекачался в этого, Тим? Во всем. Тим. Ты этот или не этот? Нет. Тогда просто ставим, ну все. Все так раз, а приколитесь, эскейпа нет ни в одной карте. Что мы будем делать? Мы такие, писать Алмиру. Что за хрень? Три машины, да? Да. Yep. Итак, что будет сейчас? В прошлый раз были деньги. Сейчас либо бриллианты, либо золото. Смотри, тут столько можно, это самое. И нету. Тут ИЦМ, как бы. А зачем ИЦМ? Пила? Пила, друг мой, пила. Берешь и пилишь прямо сейчас. А, в натуре, ё-моё. Не тупи. А где замок? Где пилить? Я не знаю. Просто ударь. Пилишь с краю вот здесь, и потом по каждому углу решетки. Вот. Ну там же отмечено, показано. А, ребят, у нас тут немножко зажим. Ну, я, конечно, понимаю, что вы объясняете там персу, как пилить, но все же. Где зажим? Ты что, издеваешься? Ну, не знаю, я тут разбираюсь. Человек с уворотом разговаривает, а какие-то зажимы. Ну, понимаешь, увороты это хорошо, но они не для того, пока по тебе идут, не знаю, артобстрел. Проблема в этом. Нормально? Даже... Минус 2 щита. Я тоже минус 2 щита сделал. Я к одним патроны. Ну, извини, есть. Они у меня разошлись. Я ничего не мог с этим поделать. А, еще 2 щита. Прикрыл тебя софт. А, снайпер наверху. Кстати, меня кто-то очень-очень-очень-очень-очень больно бьет. Снайпер, скорее всего. Нет, снайпер, не знаю где. Вон, сзади, лазер. Один сзади где-то. Все, убил обоих. Летай, ё-моё. Не мешай мне. Так, пошёл ты. Я перезаряжаюсь. Reload. Чё-то меня как-то сильно больно побили. Не знаю. Я тебе говорю, артстрел это не для этого. Да ёшкин кот. Ворота, конечно, знатная тема, но... Чё-то здесь как-то... Для 5, для 3 человек. Тут прям со всех сторон так. Дес. Тут экран. Щиты и экран, и мне никто и не напомнил опять. Я спрашиваю. Ну ты, я не знаю, ты как говоришь, когда-нибудь я выключу экран, я думаю, ты выключаешь. Ага. Ну как вот. Бы не, просто перс мне сказал... Ага, ребят, да, мне... Ну ладно, я так поберу. Ну, убежим тебя с Тимой. Уёбьё! Тима! Сейчас тут буф общий, походу, да? Зашибись. Вообще шоколад. Я не знаю, Тима шмальнулся ПГ под себя и такой я... Тейзер. А, это тизер? Тизер его затизил, и он такой РПГ под ноги, на! Нет, ну как его называют? Первый тизер под РПГ, а потом он меня еще схватил. Я такой, what? Шоколад. Не виноват. Тизер красава. Просто тизер вин. Один тизер минусов четверых. Ну нет, вроде перс это перс сам упал. Перс упал от РПГ, но это был благодаря тизеру. Он упал в 3 метрах от тебя. Позади тебя. Эй! Что за подстава? В смысле? Зачем мы на крыше? Тут довольно часто на крыше. Да, кстати. Я ставлю эти. Ты пока вскрывай сразу. Угу. Пока у тебя нету аркады. Может, спокойно это делать. Пиу. А как здесь-то, я не помню, они уже сделали-то. Кого? Тут же... Ну, тут у каждого ролика есть... А здесь снайперы. Как я его называю?
Как его называют? Тут, короче... дополнение из троллей? Нет, смотри, там в дополнении показано, как они останавливают эти машины. Например, в парке они сбили их машину. Армор транспорте. Я вот не помню, как они здесь остановили весь процесс. Здесь снайпер, снайпер сбил, по-моему. А, точно, снайпер. Кстати, да. Не знаю, мне больше всего понравилось, как они на скорой отлупили. Я вижу даже его. Я тебе другого показал. Помните, рядом с доками было? Это что? О, Дэс, давай булочки возьмем себе. Это что, Сиби все, что ли? А, я не вижу, откуда меня шарашат. У меня откуда ты шарашит. Я тоже откуда-то из непонятного места шарашит. И... Ой. Я еще тизера нашел. И я тоже тизера нашел. Этот тварик меня... А я квокера нашел. А я тоже его нашел, и он мне... И он меня нашел. У меня тут тизер. У меня тут тизер и клокер, ребят. И у меня. Ребят. Опять. Сав, тут что? Тизер сразу за машиной. Я понял. Первый поднялся. Тим? Сирис? Ты один. Шел нафиг. Ладно, ты иди его поднимай. А, воу. Я тебе говорю, ты или? Один. Так, сейчас тебя поднимем. Иди Тиму поднимай. Да, его парасоте. Блин, где ты? Нет, Тиму. Все, жопа мне. Нет, да. Нет, да, не знаю. Тут клокер убиваю. Поднял. Теперь эта тварь бьет меня. На, тварь! А залоги же есть, да? Да, есть залоги. Так что, Тим, далеко не отходи. Сейчас, у нас... Сейчас я посажу. Да у нас есть. У нас есть. А, ну да, я уже садил. Так, а у нас просто есть отдельно. Щильд? Я садил их, по-моему, в этом в автосалоне. Где я их садил? Так, нужно убивать тазеров, они их достали реально. А, и, вот, в магазинчике, вот-вот-вот, да. Где Сав стоит, все правильно. Так, там снайпера, короче, в больших количествах. Единственная проблема во всех билдах, это за исключением форс, это то, что они уязвимы к самому. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть один очень хороший билд. Мне сейчас это... будет больно. А, вонючее дерево. Нет. А, нет! Я ничего не вижу, где я? Но я убиваю снайпера перс, я бежал. Ну, я почти... Тут снайпер еще на одном верху. Ребята, вот поднимайся. Он... Снайпер зажал. Напротив. У меня проблема, у меня с патронами... Трабу. Вон здесь есть. Окей. Я застрял! Я застрял, чем не делать! Ай! Я тебя могу еще раз поднять. Сзади перс. Да вы достали. Откуда у вас столько? Я пошел заряжаться. Перс себе. А тут снайпер, у меня сейчас. Не, не гух. Минус. Тут патроны, короче, сзади есть. Короче, чё мы вообще все сумки пытаемся вынести, я не понимаю. Ну, не знаю. Ну, мы хотим золото, типа, вынести. Ну, если золото, открываем все, если... Да. Мы поняли. Тихо. Если золото, да, то берем все жевательные. Ну, если и не золото, то просто уходим. Сколько там до перерыва-то хоть? Перерыв идет? Хрен его знает, сколько там до перерыва. Вроде перерыв. Сейчас перерыв будет. Так. Ну, должен быть, по крайней мере. Клок-клок-клок, минус. Забыла, как всегда говорит, что она злая и вообще и ей на всех пофиг. И поэтому никого извинять не будет, так что. И да, жизненная позиция. А? Тут клоки. Так. Так, одна машина скрылась, да? Перерыв, ребят, перерыв. Освобождайте Тима, у нас как раз один залог есть. Тима, вернись к нам. Я резну его. Опа. А, слышите, у нас один грузовик открыт вроде. Ага. Может, я ошибаюсь? Да, должен. Не, я ошибаюсь. Кстати, да. Но сейчас один откроется. Снайпер. Я снайпера убил. Снайпер был. Еще один. Еще один? Лоу. Иди вон отсюда. Во, я спас грузовик, который открылся. Давайте.
открывай просто первый, да, да, что да. Находишь, если, если это не нужное нам, то... Капец, деньги. Нет, деньги. Деньги. А, все, давай. Нафиг. Сейчас 5 сумок и уходим. Так найдите эти. Пять сумок, ну, собери. 2 уже есть. Забирай, кольца. Те. А вон они лежат, дубы. Так, 3 так, сумки сколько? Есть. 3 сумки? Да. Так, обстрел опять ведется. Блин, причем, по-моему, перекресток из них самый такой жесткий, мало. Ну, со всех сторон идут еще и снайпера. Да. И тесто. О, я булю, по-моему, видел. Добро пожаловать в парк. Парк победы, ё-моё. Ой, Тим упал. Подымешь. Да, разумеется, поднял. Oh, the fucking weapon. Weapon. Не релут полный. Так, а следующая у нас какая будет? Не знаю, транспорт какой-то. Нет, я в смысле, это следующий грузовик какой откроется. Вроде Тима починил тут что-то. Я не знаю, что, но что-то он чинил. Он починил, пойду который 72. Так что да, вот этот чиним и выходим. Все, не надо туда даже ходить. А-а-а. Я за патронами туда пошел. Воу. Воу. Да, у него там как-то это, и сзади, и спереди. Воу, там еще снайпер. Снайпер, короче, напротив грузовиков с нашей стороны. Да, я понял. Вон он, видишь? Да. Я сейчас его сниму. Минус. 3 выстрела в него улетели. Ай. Спасибо. Еще снайпер. Не за что. Все, минус. Спасибо тебе, женщина. Не за что. Ай, блин. Я чёрт делал такой же костюм, как и я. Тима, Тима, Тима. А, ну, где эта тварь? Давай. Вон он. Ну, тут такое. Минус тиз. Вынес. Ну, вы видите, да? Да нормально, чё. Не донесём. Так, 19 секунд, да? Нет, о, все. Там дозер, 12. По-моему, будет. Там дозер и 3 щита, слышите? Уже все. Там бульда, блин, блин, блин. Где я чё-то? Идёт с перекрёстка, если по центру стоять снизу. Хреново объяснил, знаю, но... Я получше... не понял. Вон лучше он короче, идёт со стороны скрытого уже этого грузовика. А, окей. Кто он? Я, вот он. Эй, пока, все, я его убил. Тут очень хорошо бросил сумку, мне так это понравилось. Ой, ни хрена меня тут снайперов просто в 2 счета, знаешь. О, блин, да ты что, издеваешься что ли? Тим. Так, сейчас. Тим тоже. А. Так, перс, хват. Хилку поставьте. Уже вас. Там 3 снайпера. Я считаю эти. Ну все. Сейчас заберу этого хрена. Я не знаю где. Вон он. Сейчас заберу этого. Я сбил. Засранца. Все, я побежал. Так, я убил снайпера. Истамбуль, да, черный. Ребят, я ставлю хилку, идите ко мне. Он возьми, мой фэнс. Ой. Тима, давай, беги. Хрена, там бульда взлетел просто в гору. Ладно. Хильтесь. Давайте. Я хильнулся, мне не надо. Ну ладно. Там только мне надо было. И где сумки-то еще? Все? Что, у нас вскрыт, да? Ну у нас все вскрыто. Уносите, у нас 2 сумки. Там было 3 сумки, и в новом еще должно быть энное количество сумок. А где новый? Тим, да швальни туда РПГ просто по этому снайперу. Вон, ну, типа еще там. Сейчас, вижу. Увидел. Минус снайпер. Тут все закрыто. Молодцы, Сав. Понятно. У тебя 2 трупа. Понимаетесь. Ой, так же. Перс. Где, какой вскрыт? Давайте быстрее. Вот он, прямо смотрим. Вот я на него смотрю. Сейчас, подожди. Там который чего? Слева все, от жопа мне. Ты где? Я не понимаю. Нет, перс тут. Он жил. А, вот теперь жопа. Перс, да убеги ты от снайпера, хрен с ним. Я его убил. Я убил снайпера. Уйди от него, перс. Еще одного убил. Тизер, слева перс, тизер. Короче, я убил. Снайпер он здесь? Вот, тут вот сверху, этот фургон. Кстати, тут классно сверху глушить, слышно?
Тут все, реально? Две сумки. Да, забирайте и уходим. Первая сумка. Забрал. Кольцо, кольцо. Кстати, по идее этот... Локер. Перерыв, да. Да. А, блин! Кто убил? Пес, Квок, садите Квок. Кого-нибудь. Пес. Пошли, Тима. А слева, слева тебя, слышь, Сав, слева тебя этот Клокер. Вон он. Я вижу. Тут и два, кстати, на карте уже. Да блин! Тизер понючий пошел вон. А, yes. А как ты там умер? Я же сказал, я же сказал, от снайпера. Получил. Вроде бы. Че, уходим или садим? Блин, сейчас бы посадить. Попробую посадить. Сейчас вы у меня получите. Сав, Сав, его тазер бьет справа. Сумка в тебя, урод. Сав. Блин. Понятно, Сав отрубился. Сав, подними. Перс. Это... Перс, быстрее. Да я не смогу. Где он? Почему сумка не кидается? Сав, тебя поднимаю. Он отошел, но не слышит. Ну, точнее, слышит, но по идее нет. Все, забегай. А, тизер, я пометил. Долбани туда с РПГ, блин. А, пустите меня. Фу. Так, ладно, все. Это закончилось. Ведь это всего лишь оверкил. Потное задание. Наличными, я наличными там нормально наскрывал. Да, вот наличных там 5 штук стоит. Я все вскрыл. 5 или 7, не помню. Кстати. Черт, мне за мне минус дали за то, что я не выжил. Да. Минус 39 тысяч опыта. Я в печали. О, да! Я угадал. Да, мне выпали деньги! Еее! Крылья ястреба. Курицы какой-то. Ну, ребят, мне выпали деньги, я рад. Все, я сделал. Ну ладно, хоть не экспа. Ну, знаешь, лучше тут как бы экспа тоже в каком-то смысле. Ну, 2000 экспы, ага. Это хотя бы полезнее, чем деньги. Тиму говорят, Тим, больше говори, не могу привыкнуть к твоему голосу. Я? Да. Ты... Ну что, пойдем на ДВ? Нас это много. Нас много. Что, Блайн Майами. Пошли. Пойдем. Сейчас подожди, я. Так. Ну думаю, что качать в перках. Мы читаем чат, просто мы не читаем его в момент замесов. А Каршоп уже был, кстати. На прошлом стриме. Ну, в принципе, можно. Кто-то. Я еще тот водитель сразу предупреждаю. Я помню. Ну мы, кстати, с тобой, стоп, по-моему, прошли тогда. Да, ну я к тебе сел. Стоп, парни, давайте, если мы сейчас будем... Тогда давайте я тогда техника вкачаю, ну, чтобы дрейк хотя бы нормально. Я вообще хотлайн Майами хочу. Ну, ну. Про так, джоб. На втором, не, помнишь, там будет это? Да. Делай, что хочешь. Окей. Все согласны на ДВ? Куда? Да, да, да. На про джоб хотлайн Майами. Так что бери огнеметы. Будет жарко. Будет жарко. Я бы так-то лучше в золотой АК взял. Зачем тебе он? Мы еще успеем. Мы еще знаешь, сколько их там успеем. Я не против. Пожалуйста. Я только за хороший контент. Так что. Сочиняй песенку про маленький экран. Я только за. Не один ты. Я это с радостью послушаю. А потом буду каждый раз, когда я забываю убирать экран, знаешь, запускать эту песенку. Почему нет? Действительно.
Не, я только за, когда люди занимаются творчеством. Если это им нравится, то почему нет? Все, готовы? Или... Yes, of course. Сек. Да, тоже секунду. Ага. Ну, скажете, когда. Все, готов. Так, я готов. Я думал, что я вышел. Ладно. И чай еще закончился. Ну ладно. А, воссоздадим во все тяжкие, типа на крысы, что ли, сходить? Или на варку мета? А, это крысы, скорее всего. Это крысы. Да. Хотя не знаю. Ну, тут как бы смотря, что имеет в виду. Если тупо варить мет, то на варку мета, если на крысы. Ну, у меня, кстати, нет варки мета. Блин, я синенький, так прикольно. Не, серьезно, я не ожидал, что у меня все так светится. Я синенький. Чего вы взяли? А мы всегда берем одно и то же. Все одно и то же, и медик 104. А можешь назад положить, а он там удобнее? Ну, не, назад там, сам знаешь, какая ипотека. Там вообще очень редко кто бывает, я каждый раз убегаю, там никого нет. Тима, зачем ты мины взял? Ван, короче, давай мы с тобой... Да, кстати, Тим, зачем тебе мины? Черт, ладно. Так, я убрал. Позади мотеля, да? Да. Я не знаю, просто я никого там обычно не встречаю. Ну, не знаю, я обыкновенно выбегаю, и там так через стену «Привет!». А у тебя есть, кстати, этот, Тим, минами вышибать? А это вроде да. О, класс. Вроде да или да? Я сейчас чекну, господи. Сейчас посмотрю. Зачем вышел? Господи, я бы посмотрел. Можно проверить бы у тебя просто. Стой, стой, подожди. Я не могу понять. А, вот он, что я... Не, пока не могу. Ну... Знаешь, какие туда мины? Сейчас могу. Я смогу. Верьте, только верьте, я смогу. О, все, кстати, у меня музончик, по-моему, с Hotline Miami идет. Прикольно. Как его называют, Дэс? А ты не хочешь добавить этот, как его называют, какой-нибудь турет-чат себе в бок? Ну я, в принципе, вот как бы так добавляю чат, а так я не знаю, пока нет. Потому что, ну, все время будет загораживать чего-нибудь. Какой баг? А, нам нужно, кстати, энное количество пил. Все же могут сейчас пилы купить, правильно? И вчетвером на крушителе этот сделать. А, там соло можно это сделать, на самом деле. Да? Да. Там просто банкоматы вскрыть, все забрать. Это, все. Но это надо сделать быстро, за 50 секунд. Так это не сложно. Это, поверь, не сложно. В соузе. Нет. Это делается на этом, у Влада. В центре. Погнали. Мол, крашер. Точно? М? Ты готовы, точно? Уверенно? Это ДВ. И чё? Экран. Это про? Это про джоб ДВ. Провалимся, так провалимся. Нет. Всё, я на втором. А у меня выполнен. Ну, поверь, у меня... Лучше бы обычный ДВ. Ну, рад за тебя. Ну, как бы, я запускаю про джоб. Ну, что за хрень сейчас была? Минус ты. Ты. А, внизу на... Тим, а чё ты не вышибаешь-то? Да, а, понял. Кого не вышибать? Что у него? Ну, ты вроде не вышибаешь дверь. Шел. Нашел? Так, я метла бы нашел. Говори. У нас одна эта. Партия. Говорите, гражданин, говорите. Бах. И сейчас раз и метла бы взорвал, да? Все, можно варить. Нет, пойдемте сразу за канистрами сначала. Всех мы убили? Нет, я-то просто для себя в том плане турет чат поставить. Ребят, у меня у одного пирса, что на карте... Экран, Дэс. Ты поставил, да? Да. А, как обычно. Все, я всех убил. Добил, вернее, последний класс. Что-то у меня, ты опять фризишь. Бегите за канистрами. Уже? Давайте подожжем самые дальние тачки, чтобы снайперов было легче бивать. Ну, там и на самих дальних, ты сам знаешь, что бывает. Ну, хотя, дело ваше. Поджигаем дальние. Там ряд. Тизер? Что? Последнюю заберу, короче. Я подкрываю пока эти. Понятно. Нет, в смысле последний, у меня тоже последний. О, ребята, а, ну, у нас новый друг. В смысле?
Вон валяется. Парни, стрельните кто-нибудь. А я стрельнул уже. Ага. Так что ваш бесполезен. О, мертвец, ура. Ей, трупик. У нас еще два новых друга, ребят. Нет, там не мертвецы, их упаковать нельзя. Проблема в этом. Сейф. Да, там пусто. Я думал, ко мне обращаются, ну ладно. Я понял. Так, я, к сожалению, не успел прочитать, о чем написал Гордон. Ну, если есть возможность у вас прочитать, прочитайте. Я мину установился. В парковке есть маленькая будка, туда очень трудно залезть, но менты не пролезают. А. Так, а смысл? Там отбиваться-то от них легко. Ну, на ДВ не знаю, конечно, я на ДВ, кстати, крушителя не пробовал, надо попробовать. В смысле, на ДВ крушитель все так же. Зашкириваешься в магазин в один и не пускаешь их, лол. Ну, да. Раньше не, ну, я тренажерный зал. В тренажерный зал, который горит. Не, не в тренажерный, в тренажерный его наоборот поджигает. Вы нашли этот подвал? Да, все найдено. Все, зашибись. Здесь Григорий лежит. Григорий, не знаю, окей. Почему Григорий, но просто захотелось. Мы начинали с той стороны, значит, бомба там, иду бомбу делать, короче. А уже бомба сделана. Мед говорит, лиз. Окей, я все сделал. Я чуть на мину не нарвался. Окей. Я думаю, может ее обезвредить. Ну, как хочешь. Перс, у тебя, короче, слева была мина, не знаю, ушел ты оттуда или нет. Мне менты говорят, бросай оружие. Drop your weapon. Drop your weapon. Во. Как быстро они забирают? Я монтировку ищу, если что. А ты сзади проверил? Да, вот я ищу сзади, как раз. Куда вы побежали? Офигели, что ли? Казалось. Так, тут нету. Иногда в домах бывают монтировки. Open the door. Ну, тут уже пошли, если что, меня пробили конкретно. Ну, меня как бы не пробили, но окей. Сав, ну, тебе нужна аптечка? Я был бы не против. А, под лестницу кину. Где считал, увидел, не понял, а видимо уже нигде. А, вот он. Ой, помазал. Ну ладно. Помаривай мед. Я думаю, ты увидел, да? Чё, бульдер? Перс. Или что вы там видели? Ну, он знает. Я не знаю. А, чёрт. Да, сбегаешь? А, это мед, я думал. А, ну тут и мед, тут и всё пролетело, если что. Оу, снайпера. Я тизер зажал. Я думал, дверь открыта была. Привет тебе. Я переиграл снайпер. Убил. Упс. Мы убили снайпера, который два... Снайпер жив. Да ладно, лол. Да. Снайпер не даун. Снайпер из лайв. Life is sniper. Я, короче, тут рядом, поэтому я, наверное, за сумкой побегу. Только у меня снайпер убьет, который из крыши с вашей. Так. Я провидец. Сав. Чего? Подойди, ты провидец? Пожалуйста, к провидцу. Подними, да, провидцу, да. Задницу. Подожди, у нас тут тоже. Ладно. Ой, ладно, 10, побежал у нас. 9, 8, 7. 6,5. А, снайпер хороший, да? Был. Снайпер, да, вот снайпер. Он же меня и... Серьезно, Тим? Тим, ну ты как бы за машину, что ли, не знаю, какую-нибудь спрятаться. Так я прятался за тачку. Все, гудбай, ребят. Нет, у нас есть... Или не, перс? Я в смысле я гудбай. Да, мы тоже. Перс там... Да. Там чё, где? А, там... Перс, а, чё, где? Так. Самая жопная часть, когда кидает бур. Самая жопная часть, когда снайпер на крыше вашего дома. Тут начало песни. Эй, ты экран, эй, ты экран, уйди далеко и надолго. Настало твое неумолимое время. Изгонит тебя. Тебя наш дорогой. Что? Такое ощущение, что пропал. Что так? Хотел сказать, типа, чтобы это получилось тихо, но получилось громко, да?
Нет, я громко и хотел сказать. Ну да. Но ты это сказал прям в такую тишину. Год челлендж. Так. Что мы получается? Пойдем обычный. Давай. Да без разницы, что обычно, что... Давайте, выбирайте карты, ребят. Голосование. Голосование, голосование. Тысячка, тысяча очков на барабане, выбирайте карту. Тысячка. Тысячка. Какой челлендж конкретно? Сейчас там дадут такой челлендж, что ты... Пройти табулу расу на ДВ, не знаю, где-нибудь там... На этом, слышишь? На перекрестке. Не-не-не, слышь, пройти табулу расу с этими... Как он называется-то? Сейчас скажу. Ну. Пачка купюр. Убивать только пачкой купюр. Убивать точка пачка. Точка пачка купюр. Точка почка. Пойдем на свежий Рождество оверкил. Всего нет разве? Нет. Не знаю, сейчас люди, короче, сломать турель пилой. Это можно. Это я видел. Это долго, но можно. Это достижение такое? Ачивка есть? Нет, это челлендж. Я видел, такая фигня возможна, если что. Когда делать нечего? Ну, типа того. 25-й Infamous Up будет делать тебе нечего. Почему нет? Бегаем на турель пилой. Почему бы нет? Да-да. Так, можно, кстати, это, подставу с картиной. Все же любят стелсить, правильно? Ну, короче, на выбор смотрите, либо крысы, либо снежное Рождество. Снежное Рождество? Господи. Зачем его-то? Не знаю, ну у этого нет оверкилла, у перса. Можно на ДВ? Как вам такой расклад? Снежное Рождество на ДВ? Угу. У меня нет ДВ. Я не знаю, как остальные к этому отнесутся. Хотят, чтобы ты поиграл в The Darkness 2. Darksiders. Ну, Darksiders. Darkness. Ну, честно, честно, я, к сожалению, это и... меня разочаровал, честно. Вот. Меня первое не разочаровало. Нет, первое тоже. Они просто затягивают геймплей. Не знаю. Ну, честно. Ну, мне нравятся слэшеры, поэтому меня они не разочаровали, в принципе. Ну, блин, там вообще такая... Особенно мне нравится, типа, вызвали трех всадников, приходишь, их убивают. Ага. Зачем я старался? Ладно, короче, без спойлеров надо вообще. Ну, плюсом компания это развалилась, Darksiders 3, скорее всего, не будет THQ уже. THQ развалилась, да, но Darksiders 3 может быть по причине того, что... Права на Darksiders у других компаний теперь. Итак, ну, разве их купили? Да, их скупили. Всю компанию раскупили почистую. Странно. Странно. Так. Ну, по идее, смерть, война. Кто там был? Хаос и девушка еще какая-то. Хорошо, ребят, куда мы идем? Давайте решайте быстрее. Мне без разницы. Куда? Так я же предлагал уже. Крыс. Я свою кандидатуру выдвинул. Ладно. ДВ не ДВ. Можно на крысы, как бы, без разницы. Все, ДВ. Можно крысы ДВ. Все, идем на ДВ. Крысы. Идем умирать. Без проблем. А. Ну нет, там ты не умрем. Только варить не забывайте. Правильно. Кого? Я не то выбрал. Сейчас перевыберу, сори. Варить. Ёлку. Про джоб, не про джоб. Не, не про джоб. Или пройти стелс с миниганом и РПГ. Ну это ачивка. Уже миниган и РПГ. Было бы весело. И кстати, мне кажется, лучше первый Darksiders. Да, тут тебя поддерживают. Так поинтереснее будет. Нет, ну. Некоторые он там Watch Dogs предлагает. Watch Dogs я даже начинал проходить, но как-то Watch Dogs. Такой специфическая игра.
Не, она прикольная, определенно прикольная, но... Честно, я, да, конечно, хочу сказать то, что кто ее оптимизировал, я хотел бы его убить. Кого? Не, у меня она шла вообще отлично без лагов. Ладно, давайте начинаем. Все готовы? Честно, да, готов. Тим? Да. Что? Готов? Да. Перс? Да. Там прикол... А, блин, нельзя же рашить. Ну как его называют? Там прикол был в том, то, что я когда ехал на машине, она у меня начинала лагать. Не то, что у меня слабый комп, у меня шел Crysis 3 на ультра, но Watch Dogs у меня не шел. Суть в чем, Crysis 3 уже давно не показатель. Да нет. Да, показатель на данный момент, по-моему, является этот, Dragon Age 3. Dragon Age-то? Новый? Inquisition? Да. На данный момент он является показателем лагов. А еще этот World of Tanks. Не, World of Танкс вообще не лагает. Даже с этими текстурами. То же самое. Серьезно, я тебе серьезно говорю. А вот Dragon Age у меня иногда подфизывает. Че, короче, в доме сидим и все, и да? Ну типа того. Ну че? И никуда не выходим, я огнемет взял. Пацан Иго, короче, этот. Никого не пустим. На Детвиша. Да нет. Конечно, мы же пустим, нам нереально. Если тут скалдозер пойдет, тут. Не, ну скалдозеру я раздамажу, если у меня будет меньше хп. Так. Все знают, как говорить, да? Да, он говорит и варит. Ну, главное внимательно слушать. Варит нет. Один. Кто-нибудь. Сав, варит ты. Хорошо, но прикол в чем? Он иногда ошибается. Я знаю. Ну, надо несколько надо раз просто послушать его и все. Ищем доски. Нет, просто как его надо? Надо спрашивать у своих тиммейтов. Что он говорит? Если он говорит не раздельно, значит он врет. Я нашел доски. Ну он не врет, он просто не знает. Ну. Он в интернете смотрит. Он ошибается. Да, он такой, ой, что-то я блокнот заляпал чем-то белым, я не вижу, что там. Фап. Ну как-то так, ладно. Вот посылка. Так. Все нашли. Я говорю, варит один шаф. Как его называют? Не поняли мы его. Watch Dogs это сторожевые псы. Ну, он не про игру говорил. Я правильно как раз. Он не про игру говорил, он про сторожевых псов. Псов. Он про миссию говорил. Я понял. Про игру? И он там бомбит. Я не то говорил, вы чё вообще? Я тут небольшой расстрел устраиваю. Я чувствую, что я наверх не поднимусь. А, не, подымешься. Ты считай. О, бульда. Скилдозер. Скалдозер там идет. Уже умер. Я нашел. Дэс, иди сюда. Не, тут весело, я говорю же. Так, добавляй. Ну, мне кислота говорит, у вас. Кислота тоже. Да, у меня тоже сода. Надо достаточно, чтобы у одного совпадало. У меня сода. И... Снайпер? Нет. Каустическая сода. Доски нашли. Тизер. Это мазафака тайзер. А, больно. Я тебе говорю. Там их немало. Ну не сейчас приду. Нам хотя бы 3 сумки надо. Варим 7. Го 7. Какие все? Все 3? 7. 7. 7? 7. Да. Нафига? Просто так. На ДВ еще. Ачивка 7 сумок. Нет что такой так? Ачивки. Есть. Есть такая 7 сумок на ДВ. А, ну у меня она есть. Complete Witch Style? Я просто забыл, что именно на ДВ надо было. Как называется? А, я не помню, как называется. А, у нас дозер прилетел. Он что-то не хочет нарыть. Извини, да. На коров главное выносить вовремя. Эй! У меня тут этот. Косари, хп, офигеть. У меня тут этот парень зашел, я не могу. Ребята, сев. Да, я не могу. Я же говорю. Я говорю, сев на него смотри. Понял. Смотрю. Я говорю, дозер к нам поднимается или нет? Я не вижу. Да, я пытаюсь поднять. Вылазь давай из окна. Отойди оттуда. Где он? О, Перс. Он там поднялся еще. Я их всех с ножовки запилю. А, туда нельзя теперь залазить. Нельзя, давно, да, они отправили этот баг. Фига, я вот просто вовремя отошел. Так, что там твердым написано? В
вас сода, есть водород. Водород, да. Водород? Да. Мне сказали сода. У меня водород был. Тогда ждем. Хлорист и водород, чтобы процесс продолжился. Окей. Так, бульда и пока. Да туда молотов кидаешь, вообще шоколад. Да, кстати. Просто у кого есть молотов? У тебя же Тима вроде есть молотов. Чё ты его поменял? А вот. А вот. Ну, как-то так, типа, знаешь. Ща, ребята, мины. Мины защитят нас. Можно мне аптечку сюда маленькую поставить? Я слышу клокера. Да, конечно. Так, ты там пару штук. Пару сотню штук. Дайте две, так сказать. Типа, о, бульдозер внизу, бульдозер и щит. Бульдозер и щит. Где, откуда конкретно? У тебя там взрывы. Как бы дом не сломал. Да. Ты тебе полечиться вместе с Тимой и Сафом. Я уже полечу. Тим. Чтоб тебя не подымать лишний раз, полечить. А, там скалдозер. Ну, пара сафа. Под стол уже нельзя забыть. Точно. Сейчас я разберусь с этим. Ну добавляй. Блин, охуенно кто-то разобрался. Просто. Просто. Соберите внизу патроны, кому нужно. Я не могу, это просто... говорит, лезьте под стол, он не знает, что под стол уже лезть нельзя. Все закрыто там. Странно, у меня не... А, точно. Под стол уже нельзя лезть. Вот что, ребята, патроны срочно. Там парни идут, надо бы в них стрельнуть. Так. Короче, кто-то очень умеет разбираться. Просто я стоялся спокойно. Бам! Чё? Меня нет. Ай, блин! Сам. Я пытаюсь... Поднимаю! Нет, не поднимаю. Зачем? Просто вот так вам. Кто там? Всем. Сав, ты что там делаешь? Мы же тебя не поднимем. Да, я хлопи поднимаю. Господи. Это можно делать не во время штурма. А какая разница? Ребята, там скилдозер идет. Понимаешь, я был давнешний. Никакого еще здесь. Нам. Блин, фигово, что у Сава плохо качаны. О, первый мат от Деза. Сейчас будет второй! Какой гений выстрелил с РПГ в доме! Блин, Тим, я тебя просто ненавижу! Угадайте, кто выжил? Да ёоо! Угадайте, кто же будет умирать очень много! Там скилдозер, нужно его убить, я не хочу, чтобы он пошел сюда! Тим, хорош! Где скилдозер? Да их там два скилдозера сюда идут. Поднимите. What the fuck? Сав вылетел. Чё? Сав. Я читаю в комментариях. Там я не улетаю. Вот он. Да идите. Ай, блин, больно. Ловите стекло. А, у нас тут стекло сломалось. Мне нужна аптечка. Мне нужна аптечка. Да вон аптечка. Там еще, кстати, внизу весело. Кого аптечка? Хорош стрелять из этого говна. Поставь аптечку. А у Тима это что? У Тима мин? Я... Что? Фаааак! Пипец. Это просто капец. Тима, я тебя в войне ненавижу. Да, в смысле, это не я. Это уже не я. Я не стрелял. Я снайпера убил. Вот он! Убили. Ставьте зерлоном. Ща его поедет. Так, что там? Что он орёт? Давайте я сварю. Нет, у меня тоже есть сварка. Нет, я в том смысле, что, ну, чтобы избавиться, больше работы не будет. Сейчас, подожди. Нужно приручить одного. Hands up. Hands up. Тим, подними. Сейчас, подожди. Да, я все сумки провязал, только не его поднял. Все, парни, держите, ща будет. Сав, ты в курсе? Ты стоишь прямо перед ним. О, не показалось. Так, стоп. Нужен хлорид. Короче, доваривайте. Ребят, что у вас? У меня хлорид. Мне ничего не сказал. Ну, хлорид, либо я посмотрел. Я не знаю, я тоже посмотрел. Что, хлористы или ждем? Не-не-не. Сейчас еще хлорист и водород, да. Кто поставил Нину? Ай-ай-ай-ай-ай. Кто такой умный Нину наверху поставил? Это Тима, блин. У кого Нина, по-твоему? Чтобы я не проходил. Чтобы они не проходили или чтобы мы умирали? Энзап. Я сделал звук. Вот зачем я её ставил. Поставил. Тим, полечись, пожалуйста. Я положил одного парня. Господи, есть. У Деза еще 9 маленьких аптечек, в принципе, можно еще. Я тебе. Воу. Ты что тут забыл? О, чувачок, можно его обменять. Кислота. Я знаю. Кислота, налейте ее туда. Ну,
и последняя, понятно, что берем. Не можем. Нам только залога не просвети. Надо еще кого-нибудь посадить. Ну, вроде что он заканчивает. Там дуга или мне показалось? Мне показалось. Аккуратней там, не, залога не убейте. Снайпера, 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 снайпера. Да ну плевать, если сидеть. Там в спину сейчас стрелять будут. Каустическая, говорит, that's it, go for it. Ну тут как бы я говорю, последний, это понятно. А, да. Сюда нельзя же запрыгнуть, это такой ров убили. Что? Перс? Угу. А ты давайте. Как там? А, там... А, его нет. Убили. Кого его? Тебя? Залога убили. Залога убили. Все поставили. Черт. Попытаюсь. Логите мне здесь поднять немного. Вот офигеть теперь. Ну, блин. Да. О, меня снайпер. На, сразу дабл килл. Я снайпер. Ой, я не могу поднимать, вот досада. Ну ты можешь меня поднять, по идее. Можете его за... А, меня сбит, я тут полностью. Сейчас все будет, ща. Сейчас он сделает харакири. Из гранатомета. Вах. Сафа, не меня. Ладно. Нет, там снайпер. Сейчас не успейте сейчас меня поднять, 6 секунд. Бей. Успеем, всё, успеем. Беги, беги, прикрывай. Тим, то я подниму. Да, шутишь? Я прикрыву. Фу, я прикрываю. У него гранатомет, как он будет прикрывать? У него татанатов и гранатомет. Он будет очень хорошо прикрывать. О, вот, я знаю, что сейчас сделаю. Тим, снайпер. Это справа получается, блин. Тима как раз может очень хорошо прикрывать. Так, заложник, стой. Я посадил залога. Тима хорошо поднялся. Садите залога до конца, пожалуйста. Underground. Он не убейте его. Так, залог, сейчас уже штурм прошел. Ну, хотя бы первый. Так, кто сейчас валит? Сегодня мы увидели, как Дез сразу раскрыл экран, и мы услышали первый мат от Деза. Не, неправда, экран был раскрыт раньше, чем был мат. Так, вот такие дела. Кислота. Вы видели это? Кислота? Кислота? Да. Соляная кислота, окей. Кабум! Заваривайте, короче, эту сумку и все, и убегайте. 7 сумок. Ого. А у вас 8? Есть 7, а, ребят, у нас тут залога хранили. Опять. Что такое? У нас есть 7 сумок, я спрашиваю, по-моему 6. Ну, по стандарту. Ой, там 2 счета. Воу! Меня еще и ножом. Поднимайтесь, господи. Фак, серый экран. Так, серый экран, там печка есть. Ё. Это был снайпер. Во-во. Слушай, давай реально вот просто рисунки и уходим. Ну ладно. Я не уверен, что они выживут. Не уверен, что мы выживем. Погодите, должна быть сода. Классическая сода 100%. Да, сода. Да-да, сода. Без вариант. Окей. Не проблем. Интересно, как вы вдвоём его вынесете? Это нормально. Чего, кого туда? Мне слепо в лицо залетело, я вообще ничего не вижу. Посадите его уже кого-нибудь. Я пытаюсь. Hands up. Все, вот, есть. Садили. Сколько? Так, фактически хвалит, уже отвертывает. Он промахнулся! Бывает, флористый водород. Что-то про народ будет, не знаю. Так, Бульда. Я не вижу ничего совершенно. Убили. Подходи назад. Выберу. Давай. Все, машина поехала. Так. Ой, ребят, сейчас перса, получается, поднимем, да? Угу, может быть, и Тиму. Сразу уходим. Вот стой. Надо попробовать. Через минуту, о, нормально. Снайпер аккуратно. Во-во-во, да, кстати, когда будем освобождать, надо поаккуратнее. Все, турелем капец. Снайпер справа, тебя снайпер получается. Посади вот этого, у него 46 хп. Я не могу, я упал. Я просто упал, я тут шмаляю, как не знаю, как ударил, и все. Тебя там сзади бьют, сзади. Лазер.
Ааа, нет! Все, норм. Тазер, все. Отлично. Так, лечим все. Сав, 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 лечи, пожалуйста. Сав, быстрее. Уже, а. Красавчик. Фух, жопа. Жопа нет. Щит. Где? О, тебе тут дес предлагают каждое воскресенье стрим по Payday. Каждую пятницу стрим. Старкрафт, да? Каждую пятницу я... В Старкрафте. Говно. Эпоха, эпоха. Там щит и дозер. Там бульда. И бульда. Ну, там все. Он к вам идет. Я понимаю. Нет бульда. Еще один скалдозер. Нет скалдозера. Я позажал. Я обожаю этот дробовик. Просто, знаешь, даже скалдозер... Слышь, нам надо этого приручить, вот этого 30 футбола. Ой-ой-ой, подними меня, подними меня, подними меня. Пойдем. Убегаем отсюда, просто убегаем. Вот, мы посадили. Всё. Мы посадили, я сейчас я посадил, сейчас еще и обмен. Того пробую садить. А? Я Красиво, красиво, пацаны, ничего не скажешь. Просто... Красиво. О боже, что это было просто. Я на вас смерти, ты тоже, короче, не понятно, как умер. Было весело. Ты от кого ты, кстати, там отхватил-то, я так не понял. Я, по-моему, от, я от снайпера отхватил. И ты от снайпера отхватил? Да. Там сзади меня застрелил снайпер. А, тебя сзади? Писец просто, это... Меня он пробил прямо так. Тим, убери, да, пожалуйста, мины! Ну, я не знаю. И убери РПГ. Сейчас быстренько поменяй пять. Ну реально без аптечек плохо, без двойных. Да, с РПГ хорошо зато, да? В доме стрелять, под себя. Ну просто был ад. Так, ну вот этот фильм. Сейчас я вернусь. Из-за того, что... Тим, для тебя совет, стреляй во все, что видишь. Особенно в Деза под ноги. Да, особенно в Деза под ноги. Так видишь ноги Деза сразу? Бам! Поехали. I'm ready. Перезапускаем этот звук. Перс. Перс. Почему у меня так ощущение, что он где-то отошел? Тим любит все взрывающееся, он так во все стреляет. Даже если не хочет этого. Нет времени объяснять. Интересно, как вы так быстро убиваете дозера? У меня мало хп, куча прокачанных перков на то, чтобы у меня был крит и разрывные патроны с дробовика. Там всего же 6 пуль. Да. Нет, там 6 пуль, и мне одной хватает, чтобы убить скалдозера. Как я только что заметил. Тим любит все, что взрывается. Он и так все стреляет, даже если он этого не хочет. Не знаю, у меня только так комментарии обновляются. Я не понимаю, почему. У меня комментарии, как его называют, после тебя обновляются. Это странно. Окей. Ну, как бы я же стример, по идее. То есть у меня должно, по идее, быстрее обновляться. Гордон говорит, go Украину. Uh-huh. Украину джоб. Ну, не знаю, смотрите сами. Можем сейчас попробовать еще раз крысы на ДВ. В принципе, это не очень сложно, но... Говорят, не забудь про экран. Это важно. Я просто экран включаю, чтобы был немножко чатик и немножко время. Вот теперь его надо переключить. Все потому, что вы меня потеряли в самом начале. Все потому, что ты подставил свою жопу под выстрел РПГ. Я? Под выстрел снайпера. Ну или снайпер, тоже вариант. Так-то можно было под джемами пройти. Больше в этом домике ничего нет. Там в машине есть что? Так, вот здесь вот есть еще. Одну возьмите. Тим, вот здесь вот сюда закрыли. Тим. Нам доски нужны. Самое главное доски. Тим. Сюда. Не знаю, правда, есть у тебя или нет эта хрень. Угу. А как кто-нибудь загляните и возьмите. Хлорид. Я доски нашел, короче.
Ой, ой, два раза, серьезно? Чё-то я не вижу. Кстати, не убили их прямо здесь. А черт, они убили. Я доски нашел, короче, еще один в доме прям лежит. Не убили. Вперед, миньоны. Так, что у нас? Так. Ой, еще доски. По идее, наварку есть в этом, в туалете. Да, наварку есть в туалете. Нормально. Почти вообще, это я вроде как вынес с колдозера, они меня спасли, но окей. Да. Проблема в этом. Так что песня как-то в этом случае не складывается. Проблема. Нет, 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 нет. Так, знаете что? Глухокс, ревенж. Давайте я вот эту вот центральную заблочу. Из нее никто не влезает, но и снайперы здесь нас не будут бить. Ну вы поняли зачем. Есть Хокс. Ну так мы ее прошли только что. Буквально там, сколько там назад? С самого начала стрима. Это сколько? Не самого, чуть позже. Ну... После двух миссий, по идее. Или после. Сначала нет, спасение сразу сделали, потом этот месть. А, точно. Ревенджи. Возмездие. Так, давайте я варю. Сода. Говорят, сода. Смесь хлоридов. Да. Тоже сода? Не, говорит хлорид и сода. Ну так, сода. Ей, гуф, все. А я выжил. Ай, блин. Я говорю, гуф, все. Сода? Да, сода. Сода. Хлорид и сода. Добавили. Минаром. Он говорит, хлорид и сода. Конечно, сода. Не, вы я у вас спрашивал. Вы такие, да, сода, да, сода. Ей, не, говорю, мне хлорид, тоже сода сказал. Лол. Быстрое начало. Fast finish. Hoxhod initialized. Какой бы виза, то за 15 минут песню написал. Сода, блин, конечно. Жалюшка, это много даже для кота. Это куда? Yeah. Сода хорошо. Десс умирает плохо. Я не просто умираю, я умираю в самом начале. Зато перки работают. Так, я доски пишу. Зато теперь у меня работают, да, действительно, перки на урон и на уклонение. Главное правильно сказать. Да. Это я делал все ради перков. Да. Вот. А, тут есть что-нибудь? Так, значит, у нас внизу тут, я не помню, что из них что, но, короче, две маленьких красных банки. Ну, две маленькие красные банки, это с это, костик сода. Ой, не сода, а это кислота. Окей, ну, в общем, она у нас есть. Ну, всегда в вроде спонят. Я забыл, короче, я досками забанил вторую дверь. Так. Так, доски больше нет, да? Так, внизу осталась сода и, по идее, кислота. Да ладно, мы все равно не будем все варить. Так, песенки. Две кислоты даже. По идее. Они уже пришли. Бульдозер. Где? Я не слышу. Я слышу, что не было. Это был даже. Бульда. На улице. Бульда, покажи личико. А где он? С какой стороны? Снизу. Ой. Снизу. Ну, я как бы снял экран. Хорош, короче, сидим хп тут, не суйтесь вообще никуда нафиг. Я где-то сидел. Я не суюсь. Так, давайте поставим сразу аптечки тут всякие. Нужно одним компом просто сидеть, да и все. Я выпрыгиваю иногда. А, я, кстати, он ушел за эти. Ну, я оставил ему там очень мало хп. У вас там это. А я не знаю, я просто. Что бульдозер? Ладно, отходите, ребят. Я его убил. Убил бульдозер. А не, вон там еще один. Это снайпер что-то был? А. Ходи, Сав. Ой, я эпично поставил патроны. Просто смотри. Он лезет. Вы не лезьте. Это вы не лезьте, да, пускай он лезет. Ребята, хорош, реально. Вот смотрите, вы стоите на углу и вы умираете. Зачем? Там щиты. Хрен с ним, я с ним разбираюсь. Щиты? Все, нет щита. Там еще щита, еще щита.
Классическая так, сода. Тихо. Да, нам нужна содовая. Подожди, он говорит или водород. Он мне вообще сказал, говорит, или нам нужна содовая. Ну, сода. Нет, именно содовая. Не-не-не, пока, ждем. Вот. Могут... Мне говорят, что типа могут не надёжно. Каустик сода горит. Да, мне тоже, кстати. Ну что ж, сода. Подожди, стой. Ничего не взорвало. Еще раз подожди. Не, он уже сделал. А. Скилдозер. Иди сюда, идите оба кот... сюда, блин. Кот говорит, за неделю всего балладу все-таки напишет. Рили? Угу. Да не, я не про это, я... А, вот дозеры, говорю, два дозера. Я говорю, вот вы мне... Спасибо. Минус. Минус. Второй тоже минус. Офигеть, я так же хочу. Соль, кислота, говорит. У вас? У меня актив сказал. Нет, подождите, солянка. Подождите, солянка. Солянка более точно. Он вроде не сгорел. А, у вас стекло разбило. Да, я слышу. Теперь наша пуха будет болеть. Надо одну медичку оставить у Тимы, которая нужна. Вы, зачем вы стоите на лестнице, ребят, серьезно? Я всех поджигаю там, как бы, я не знаю, зачем вы стоите, я вот но я... Я понимаю, так... зачем все остальные там стоят, это как бы... У меня грехло... А, да, точно, последний. Я-то ОУЕшник. Давайте я буду следующий. О, чувачок, кладись, мать твой. Он нам помог... Блин, перст его сжарил. Нет, я не могу сжаривать тех, кто уже на нашей стороне. Можешь. Я могу, например, убивать из-за этих. Снайпера. Проблема в том, что он был... Ау. Тим, полечись. Воу-воу-воу. Все нормально. Воу-воу-воу. Ну, правда, патронов опять на жопе. Вот сюда серьезно молотов кидаешь, и меня не плевать. Да, вот только молотов никто не взял. Или вот этот, как его называют. Я не помню, как вот его называется. Это наша территория, так, уходите. Ребят. Чемпел. Там, короче, снайпер справа. Там бульда идет. Отойди оттуда, я его убью. Наверх. Я чекну просто, где он. Отходит, а все, отступление пока что. Я не знаю, давайте, ребята, я в нижней аптечке полечусь разок. На всякий случай. Блин. Блин. Не тратить наши верхние. Снайперы. Минус два снайпера. Нормально. Где бульдозер? Ага, вижу. Ну, он уходит. Это скульдозер, кстати. Угу. Не ушел. Да? Споткнулся камень. Танатос. Блин, мне доски. Нам доски нужны, у нас тут окно разбили. А не забаррикадировать второй раз окно. А, точнее. Фигово. Надо тыл посматривать иногда. Ну, если нас убьют сзади. Да, всем, кто только что присоединился, большой привет. Так, я варю, чё? Хлористый водород. Хлористый водород. Хлорид, да. Так. Акустическая сода, хлористый водород. Вроде не взорвалась. Ёп. Прошлая готовка мне понравилась. Куда ты лезешь? Иди отсюда. Там сода. Да, там сода. Бам. Перс. Там бульда. Где там? Там это где? На улице. На улице, чтобы мы погуляли. Какой на улице? Воу-воу-воу! Блин. Зачем? Нам в тул зашли. Ну, ты сидел на окне. Нет, я уже давно вылез. Так, что дальше у нас? Там ничего, дальше у нас снайпер, я слепо получил лицо. Ага, я тебя прикрепил даже. Ну, что-то их тут немало. Ты там, да. Вы пытайтесь их посадить хотя бы одного. Ой, Тима. Щит. Убил снайпера. Вроде нету. Аксид сказал. Я не слышал, я честно. Не слышал, так что не будем там попасть. Откуда у вас только там? Поднял. Соляна, говорит, 100%. Да. Бам! Кизер лезет. Пошел вон. Еще один кизер. Пошел вон. Я ничего не вижу. Бульда! Где? Я ничего не вижу, я... Все, убили. Блин, с большим здоровьем я, конечно, лучше выживаю, но не могу убивать что-то. Да кто его убил? Ну, это да. Я не знал, что ты.
Ну как, сам говоришь, надо. Бульдозер еще один. Все, готов. Снайпер. А где-то клокер. Минус снайпер. Там еще один. Вон, видите его. Клокер, ребят. Так, садим. Одного посадили, все. Главное его теперь не грохнуть. Тим, а что? Справа от тебя и слева. Я нашел, кстати, клокера. Тихо. Он в самом низу. Я точно уверен, что это акустическая сода. Я прям вот. И знаешь, так положил акустическую соду. Бам! Черт. Как так? Так, две сумки есть, да? Лес? Так, не убивай его. Режем его. И кричим. О, что за. Тизер. Я зажал парня. Тизер. Шикарно. Поднимайся. А, Тим, меня до сих пор жжет тизер, у меня вообще ничего нет. Сейчас я его. Я убил. Чей-то позорник. Кто вы убили? Да, тизер. Там их два было. Я просто, я не знаю, я паникую. А, я взял соляную кислоту через подвал. Окей. Я не хочу узнать, как это было, но окей. Нам аптечка. Теперь мне надо выбраться снизу. Может, приручим его? Кого, щита? Да нет, заложника. А, чтобы потом с него же поднять. Ну и убить могут, в чем проблема. Хоть не знаю, мне вниз спускаться, не спускаться, там еще есть. Да не надо, не надо. Да нет, зачем? Пока мы же не будем все парить, ты че? Три сумки и свалил. Печать. Еще одна сумка. 7 штук можно свалить, что такого? Да, давайте 7 свалим. А там посмотрим просто, если не получится, то не получится. Если получится, снайпер, уберите справа от меня, пожалуйста. Справа, ты где? Вон. Все. Оба вас вдох. А, к нам штурм идет. Чеп! Да, сзади. Вон он, видите? Убивай. Халдозер. Он не хочет. Идет в дом. А, нет. Все нормально. Ребят, они видели садят, там снайпер, нет? Что он говорит? Хлористый водород. Минус 0. А, где ты? А, хлористый, у меня, говорит, хлористый. То же самое, хлористый водород. Ну ладно. Я добавляю. Хлористый водород, я уверен. Долбаните по скалдозеру, пожалуйста. Я у него вроде убил. Все, что только можно. Там у него осталось 300 хп, блин. Просто его добить и все. Ой. Мы не добили. Мертв. Парни, а чё камень здесь, который у нас в коморке сидит? А, это хлористый водород. Теперь буду знать. Ничего с ними не делай, просто пускай сидят. Эй. Просто хотя бы. Просто бежать. Просто добежать. Не знаю, у меня садомия здесь творится, просто добежать. Фу. И? Садомия. Дайте мне патронов, пожалуйста. У нас еще много патронов, и так, правда. Нормально. Так, окей. Я вообще ими не пользуюсь. Где они? Где патроны? Наверху на бочках стоят. Стоп. А-а-а, нифига себе. У нас просто читер появился. Так. Опять хлорист его. Сода, нет, у колстик сода. Сода. Сейчас бам. Щит, ты офигел? Щит, мужик, ты офигел? Кто? Что это? Упс. Пошел он. Да там просто аркада идет гигантская. Сейчас попробую, если еще посидеть. Я ничего не вижу. 45, 44. Снайперы. Так, ну, добавляй последний. Это последний ингредиент добавляй. Опять, говорит, колстик сода у меня. Так, а какая разница? Тут просто последний ингредиент. Играй. Там нормально, перс? А? И там нормально справляешься, перс? Да, конечно, огнемет решает вообще. Я Бахнок сейчас чуть залога не убил, я забыл, что он там сидит. Один мертв, кстати. Ну, один не я убил. Я убил два щита. 45 человек. Я только... А, блин, снайпер. Ай, блин, ты чё дерёшься? Тим, живи. О, нифига, у меня хп. На, а, парни, у меня лебединая песня в учах. Там дозер идет. Нет, у тебя будет. Нету лебединой песни, ты тогда это помер. Ладно, я в тебя. Так, а где снайперы были? А, все понятно. Песня. Я долго жил, кстати.
Слышь, вон ты, он. Сядь. Вон он. Ладно. Если, короче, он не садится второй раз, то все, это... Смотрите, Олгу не убей. Там идут дозеры. Блэк дозер идет, которого можно убить. Блэк. О боже. Гуф-гуф. Нифига, его перекрутил. Блять. Воу, откуда? А, вот этот хватит. Подними еще меня, Тим. А, нет, а ты где? Все, подняли. Тим, на. Ничего себе, кто-то мне помощь не помешал. Стейк возьми. Стейк. Вообще, пока-пока норм. Возьми. Так, я слышу клоп. Ну ладно, пофигу. Берите сумку. Дуаем снайперов и бежим. Угу. Давайте, когда ассаут закончится. Да ладно. Давай. Пока мы уходим, да? Давайте. Пока все нормально. Вы взяли сумку? Да. Я взял. Но все равно я спустился уже. Сейчас только клокировки нужно вышибить. Я вижу тебя, задница. Клок. Промахнулся лошара. Ребят, там клок сейчас за машиной. Я спрыгнул по стандарту, ребят. Да, он там через верх спрыгнул. На крышу и все. Чинка упала. Я не понимаю, что-то... Я что, поднимаю. Сделали. Так. Тим, быстрее его поднимаю. Там клокер под машиной, не забывайте. Спасибо. Вот здесь вот клокер. Давайте уйдем, я не хочу всем сумок ловить. Ну ладно, уходим. Сумку взяли, все, уходим. Да, все, забрали. Сумка, где моя сумка? Все, уезжай. Я пока бежал. Ладно. Пока ты бежал, сумку тебя отняли. Перс. Десса каждый раз при добавлении ингредиентов говори бум и ничего, сейчас ты скажешь, сейчас все будет хорошо и все загорится, и все взорвется. Оба. Ну, я думаю, все помнят, как бежать. Это кто? Это эстакада. Блин, фигово. Сейчас на крышу и все. Не, можно, конечно, выполнить достижение, не пустить никого, ты здесь не пройдешь, да, то есть, но... Это жопа. Шальнот. Это не жопа. О, нормально, я уже умер. А, это всегда так. Не врешь. Не умер. Сумку. Где сумка? Вижу. Вон там сумка. Убирайте. Я сейчас помню, проходил здесь на оверкиле в соло. Делал так все весело, вроде хорошо. Потом раз понял, что сумку забыл. Самое смешное, что ее никто не тронул. Короче, она до эскейпа долежала просто. Нормально. Не, знаешь, как это очень получить? Вверх. Нифига себе, мне зарядили. Там бульда, там щиты, короче, и там вообще жопа. А, я специально сейчас прыгнул, перс поставлю. Я еще тизер так зажал, целых два, ребята. А вот просто два. Минус один. Надо скорее сваливать оттуда. Да, перс, поехали. Ну, ребят, это... Перс. Я ему, конечно, давай, бульду угрохаю, наверное. Не знаю, там три тизера. Да, уходим. Все, с кубой зеро. Да, все, можно уходить. Да. Ну, потише в следующий раз, ладно? Вообще, здесь просто нужно обороняться в одном месте. Просто в этой двери грёбаной. Все. Угу. Как бы, что тупить-то? Вот сюда вот подходишь, здесь все стоим, здесь никто никого ничего не трогает, и все. И сидим просто, выносим всех, кто сидит. И лампочки убиваем. Зачем? Но это важно. Света же нет. Кстати, что за эскейп? Никто не слышал. Ау. Я просто долбил, да. Когда ты мог. Пока. Так. Огнемет, да, и огнемет это DLC. Не, клокер. Принял. О, он еще под этим, слышь? Он у меня под полом был. То же самое. Я говорю. Он не еще беднягу трясет, короче. Я даже это заскринил. Так.
Серьезно? Сдох, сдохните все. Кто тебя так там убивает? А, обыкновенно. Может тебе полечиться не надо? Не, лечиться не надо, у меня первое падение. Давай я тогда тут постою, мне вроде здесь все зашибись, правда. Да, нет, не в этом плане, просто после дозера мне один раз не сработали ворота, и меня засыпалось здесь тисер. Я такое чувство, что на эстакаду до сих пор никто не наступал. Наступили, да? Ну, по лицу мне. Наступили по лицу на эстакаду. Ну, на фургоне будет. Фургон. Черт подери. Ну а что? Нет, ты справа от нас. Прямой спрыгиваешь. Фига вот дозеры там пометили. Нормально, это Тима. Ух, там двое даже. Да в два скилл-дозера, парень. Давайте, три патрона. Ёба просто сейчас там упадут на это. Давайте, поднимайте. Не знаю, мне с дробашом тут прям сказочно. Приятно работать. 30 секунд, парни. Ладно, ты выжил? Интересно. Как он выжил? Где? А, ну далеко. Тим, а ты был со снайпер? Ты чё, два раза всего-то в башне? Ну или три. Я не помню, сколько там было. Человек думал, что мы играем в Warface. Да? Угу. Всё, уходим. Дайте мне мою сумку, отдайте мне сумку мою. Я так пошел. Ну и все, я, короче, вас не буду ни ждать, ни поднимать. Все, обиделся. Они мою сумку стырили. Снимайте. Знаешь, сейчас слышь, успеть сумку здесь, типа. Поднять. Нормального чапа. Давай. Ну заходите, давайте, ё-моё. Так я ждал, когда сап поднимется. Говорят, если бы здесь в чате Одеза было 1000 человек, тут была бы вакханалия. Даже хуже. Я надеюсь, конечно, что когда-нибудь нечто подобное будет, но это будет действительно ужасно. Да ладно? Не, в плане того, что знаешь, просто там каждые 3 секунды какие-то комментарии, или каждую секунду. Так, это уже можно безопасно, да, пройти сейчас будет? Да, да. Да, можно просто бам-бам-бам. Я заберу его. Я думал, не будем сумки в последнем не забирать, срать на них. А давайте, короче, нет, там достижение принести больше сумок. Угу. Принести больше и не обменивать. Угу. У меня, короче, было, когда они с одной сумкой, ну, типа, я принес им одну сумку, они такие, окей, раз, пошел, забрал инфу, окей. Они могут там переговаривать. А могут и с тремя, кстати. Не-не-не, там облава может быть. Потому что я помню, что они накололи меня один раз. Когда я там принес им 3 сумки, они такие типа опа. Че, будем их забирать? Да. О! Вот об этом я и говорю. А, кто-то, по-моему, выстрелил или что-то еще делал. Просто так они не могли. Я вот про вот это говорю, они как раз именно это и сделали. Здесь нет сейфа, как ты видишь. Так что они нас накололи. Вот они, курва. Курва! Курва! Ради. Знаешь, так молчит и просто фишку выдал. Че я найду? Горящий сейф. Не жопа. Просто жопа прям. Так, сейф. Люблю аларм в начале мая. Вы нашли сейф или нет? Когда не в шутку, я не мог. Большой парень здесь. Бегай. Бегай. Чего там? Черт, два сейфа и они не открыты. Большие. Да. Надо было C4 брать. Угу. Да, конечно. Почему нет? А вот теперь вам нужен мой C4, да? Не, кстати, ну давайте откроем. Мы иначе не пройдем. Хотя можно перезапустить или это прожоп. Это не прожоп. Нет, это не прожоп, перезапускай. Перезапускаю, господи, наплевай. Господи. Господи. Господи, о чем вы, ребята? А ведь раньше это была самая крутая миссия, на которой можно было заработать очень-очень много денег. Очень-очень много всего. Я C4... у меня нету C4. Так заходите. Вы знали, что Игорь вообще не окопу?
Нет, не знали. Я могу купить C4 на всякий случай. Ну хотя. Есть такой даже шанс, даже фигня. То, шанс, что можно. Сейчас какой-то облава. Очень маленький. Сплюнь. Добавили новое. Что за ужасные люди со мной играют? Не знаю. Ну, Тим, Став и Персон. Перс, иди чайку попей, а. Слишком близко к микрофону. В кавычках. Хотя это в этот раз не получилось. Раньше было интересно. Ну что, стартуем? Так, кого ждем-то? Так, Тиму, чтобы он мины... А, все. Hoxhood initialized. По нему мины-то нельзя устанавливать. Перезайди, ну окей. Да может быть сейчас все перетрясется. Сейчас... Шанс маленький будет. Слушайте, вы не знаете бегать, можно рядом с ними? Не особо лучше. А, ну тогда я лучше не буду бегать. Я о чем-то не говорю. Нельзя целиться, нельзя, по-моему, включать эти... лазеры, фигатеры. Разговаривать с ними. Вы не идите с ней толпой туда? Ну я так иду, там у меня потихоньку. Хотя деньги тут, вон, я смотрю, три это. Привет, мужики. Можем, кстати, забрать инфу. Да, блин, да вы шутите, нет? Опять на пи-пи. Можем забрать инфу и забрать мет. Так, ждем до минуты 20. Нас опять на номер идут. Ну, я тебе сказал, помнишь, я говорил, что ты не накалывают? Слушай, может, надо звиши, они постоянно нас накалывать будут? Нет, я спокойно. Ждем до минуты 20. Зачем ты устанавливаешь? Сейф, по идее, у вас. Ну, один. У меня тут. У меня один есть. Два? Нет, я не знаю. Я ищу второй. Может быть, у меня есть. Нет, второй у них на той стороне. Так они же там были. Тим, у тебя? Еще, а были? Вы были? Пойдем мед заберем, пока тихо, Слав. Там на крышах, не забывай. Так, она моя. Ну, ладно. Вот. Зелёный мог. Ой, я забыл, что их тут много. Я тебе о чем говорил? Ну, снизу, в смысле. Я понял. Хотя их что-то немного, что-то всего два было. Ловим еще одну сумку. Все, забан. Минты приехали. Угу. Пик, мусорам. Чик-трак. Оп, мусорок. Так. У нас, в принципе, все нормально более-менее. Ну, как бы нас опять накололи. Вонючая. Сволочь. Причем мы им принесли три мета, как они и просили. Ну, они чтобы такие... говорить больше. Они такие... Я даже не представляю, как мы, кстати, будем 7 метов переносить, знаешь, туда-сюда. На... Это не сложно. Мы, я надеюсь, мы на мосту не будем сумки. Не, мы в гараже забирать. Будем. А, что? На мосту сумки? Не. Можно забрать, кстати. Да мы заколебемся. Ну можем 4 забрать и все, кстати. А, там, кстати, есть дрель. Все-таки у Тима. А? У Тима все-таки есть дрель. Где-то дозер. Ой, два бульдозера, ребят, идет, вон они. Я сейчас обоим щиты собью. Я... На, Тима, я все сбил. Тоже слышь? Сбил им щиты. Но там тазер снизу, тварь. Один минус. Второй. Блин, мне не хватило чуть-чуть. Воу, да ладно, фига он чувствует, стреляет. Все, минус. Как он с пулеметом так красиво, да? Я не знаю, самое смешное, что с пулеметом меня не попало, попало с дробашом. Просто. Дробью. Эй, клок, дес. Да вон он улетал. Ретард. Больше шумите, чтобы не к вам шли, а то здесь один и день. Шлокер бежит. Убил. Вроде. Главное от него вовремя отскочить. Чего забудь дрянь? Смех, если инфа не у вас. Там Тиме надо помочь. Да не, у меня все пучком. У Тиме все хорошо. У него здоровье прям вообще... А хотя у него коктейли есть, все нормально. Первый раз он догадался их взять. Я же попал! Эу! Что? Ну ладно, я полежу. Слушайте, у вас маленький сейф или большой? Маленький. Черт.
У нас, скорее всего. Но не факт. Вот не знаю, понадеяться на увороты и пробежать с маленьким здоровьем, но большим уроном или полечиться. Вау! Лечись. Ну чё, как вас там? Облава, хорошо. Облава. Какая облава, ты о чём? Ну там один щитрон. Всё, уходим? Да? Да. Летайте, пацаны. Взлетаем. Хлопая ресницы. О, снайпер. Подождите, я тут ожидаю клокеров. Два клока. А, ребят, там не очень хорошая аркада идет. Куда пошел, Перс? Я иду. Ты зачем через такой круг пошел? Там дозер идет, тизер из щитов, которые я сбил. На тебе, будет сел, блядок. Так, я Тиму подыму, короче, писа по Йоль. Я на эскейпе лежу, если чё. Кто ушел? Локер, локер. Ищу компьютер, да? Давай, давай, давай. Оу, давай. Я на огне лежу. 108 точности. Блин, я почти набрал 120. Но там а какими файлами... Слышь, Дэс, а каким файлообменником ты пользуешься? Скайпом, я уже устал повторяться. А я не. Я пользуюсь, как он называется. Убиваем, Локер. Уходим или забираемся? Не, убиваем, уходим. Уходим фастом. Забираем все. Кстати, интересно, я могу их? Лол, у меня звонит парень. У меня тоже. У меня тоже. Убил. Все? Изи. Вот теперь все. О! Уииии! Все, что ли? Кидаем гранату туда, чтобы он не выжил. Эй, а как теперь спускаться отсюда? Прыгай! А, ладно. Так, сюда граната, сюда граната. Ай! 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 Сейчас клопки. Гранатометом только не стреляйте. Да, стрельни в него гранатометом, точно. У меня нету гранатомета. А кстати, мне интересно будет посмотреть. Что будет, если ракету запустить? О, ачивочка. Да. О. Так, у нас осталось 22 минуты, на что пойдем? Два миллиона, кстати, дали, при том, что мы вообще ничего не делали. Круто. Ну, мы у нас это, мы мед стырили обратно. Да. Так 65 тысяч он стоил вроде. Да, кстати. Мне дали 800. А мне левел дали. Мне дали 650. Все, у меня крысы, короче, полностью выполнены. Ура! Блин. Бейники, бейники, ели вареники. Ёбаные массы, как они меня достали? Какого? Не, повезло на этот раз. Карамелька. Карамелька. Я это даже специально подальше оставлю. Чтобы прочувствовал. Карамелька. Какая вредная карамелька. Карамелька. Watch Dogs просто. Да, я заметил. Какой Watch Dogs? ТВ, а у меня оверкилла, кстати, нет, вот обычного. Пойдем? Пойдем. Че? Обычный оверкилл, я думаю. О! Есть. Правда, он дольше получается. А, ладно. Все готовы? Ого. Так. Тим, у тебя там с настройками сейчас все нормально? Ну, так, ты смотри, там, что тебе надо, что не надо. Окей. Че за динозавр? А, это с Акапака. Акапака. Ака 47. Ака, ака. Кстати, да. С Акапака. Не знаю, кстати, мне интересно, что будет в этом. Что за секретный подарок будет.
80 лет. А что это у нас сделать? Маски-то помнишь? А, помню. Так, ничего, кстати. Ну, что, ребят, вы идете или не идете? Я уже готов. А мне это лучше здесь сделать надо. А, мед носить. Кокаин. Сначала в грузовике в 400, в две стороны раскидываем, сумки 4, а потом их отвозим. То есть огнемет здесь бесполезен? Да. Тогда возьму R93. Go. Let's go! Короче, берем, раскидываем 4 сумки, 4 сумки берем с собой, по идее. Если получится. Тут, все, помню. Тут же их овер до хрена, правильно? Тут их 3. Да, все можно закинуть. 3 по 4. Получается. 3 раза по 4. О, Тимка минус. Тим. Ты куда вылетел? Ладно. Чёрт, хочу чекнуть. О, я могу хилку взять. Это прям лом. Ужасно. Так чихни. Хорошо открылось, да? Что ты еще? За секунду до. Действительно динозавр. О, наконец-то тут день. Как приятно тут не воевать. Ай, блин. Ну не забывайте, что у нас две стороны, вы закидываете. Да пофиг. Что значит пофиг? Ну скрыл. Это оверкил. Это оверкил? Да, это оверкил. А, так я могу бегать, как хочу. Турели, идите ко мне. Я забыл, что это оверкил, точнее. Я думал, вот этот, видишь, я тут подготовился уже, думаю, все. Все, моя попа не будет гореть, да? Уии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 иii Кинь мне на всякий случай одну сумку. Перс, кинь мне сюда одну сумку. На, эти лампы дексовал. А, там тизер. Ой, а читокс такой легкий. О, турель приехала. Ребят. Что, ты ее сейчас раскидаешь, что ли? Да нет, она меня может раскидать. Ну, я не думаю, что она тебя раскидает. Вон она вылезла уже. Чешуи. Армун тут же гений. Господи, у меня сзади играет какая-то арабская музыка. Это реально странно. Это действительно странно. Черт. Слушайте, парни, а вы умеете запрыгивать? Куда? Ну вот сюда, по сути. А, не, нельзя. Там можно обойти, слышишь? Слышь. Там снайпера дерзкие. Минус. Оба. Лады. Guys, don't look at explosion. Lower. Давай. Поднимай свою тучу. Экран! Мне никто не напомнил про экран. Я не знаю, я думал, ты не убирал даже его. Убирал, как всегда. Все нормально, я вернул экран. Вернул экран. Финишки меня прикрою. Когда-нибудь тебе научиться включать экран в оружие. Не, на самом деле это, знаешь, такая тема тоже довольно специфическая. То есть вроде все хорошо, а вроде нет. Там два счета идет. 30 секунд до приезда пикап. Там снайперов, кстати, что-то я обалдел, что ли? Вообще непонятно. А кто тут? А, вот где дед. А, вот он, рак. А, вот дурак. Так. Воу. Спасибо, полетели. Олегчик. Сука. Что? Где он? Где он? Сказал, он здесь, и где он? Открываем. А, ну нормально. Перекидывайся к нам. У тебя двери нет. А, нет. Да зачем, перс, перекидывай сюда, проще. Сзади. Мы отсюда сразу. Сейчас главное фастом уйти, чтобы машину. Вы бронированный транспорт взяли? Да, ну, вроде все куплено. Все, тогда сейчас быстро перекидываем и... А, ти-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 ти
Рый. Да блин, не получилось слишком вон. Ты что я хотел? А, тут дотик. А у меня все на релоут. Полетел. Я вроде ему сбил. Воу-воу-воу. А, я взял, кстати, кокаин. Зачем ты туда бежишь-то, я не понял. Зачем, в смысле, это перс? А, он уже... Он готовится. Сав. Как и Тима, видимо. Бегу, Тима. Мне хилку надо, да, поставь? Ага, да нет, ты у нас? В тачке есть хилка, вот тут. Воу! За... Блин. Пасеки. Ага. Пасеки. Вы успеете? Да, да. Да. Успокойся, главное, прикрой этого. Водитель приедет прямо сейчас. Ну, он не сейчас прямо приедет, не забывай. Уже приехал. Уже приехал? Ну ладно. Сейчас. Да, ёма, хорош. Ну, он приехал. Он только едет еще. Успокойтесь, у нас куча времени. Эскейп-то далеко, надо его дефить. Да нет, он только еще едет. Да, трели его дефить. Нет, са! Серьезно? Серьезно. Быстрее, Тим. Давай. Просто добеги, забей на клокера. У него перезарядка как раз. Нет? Или да, я не понимаю. Он хотел нас... Эскейп? Или нет? Следующая миссия. Так. Поехали все. Последняя миссия получается. Сейчас быстренько перетаскаем. Когда-нибудь я научусь включать экран лоу. Но это будет реально не сегодня. Мне нужен залог. Не обусты с ним. Какую сумму? Ну, тянуть? Не знаю, пару лямов. Пару лямов всего-то. Все, уходим. Так, ну, я надеюсь, все могут взять последние 4 сумки, и чтобы не ждали. Все, чи-чи. Перс, может ты дальше будешь носить? Кидаешь... А? Может ты дальше будешь носить, ты кидаешь меньше. Ну, ближе. Да, по-моему, так же, как и ты. Я не могу кинуть меньше, чем ты, это одинаковые броски. Ну, у тебя это получается? Кокаин. Кокаин-мана! Кокаин-мана! Так, а будет у нас, по-моему, 7-й док. Хорошочка нама! Вы не к тому доку скинули, вот здесь будет. Да, либо тут, нет, либо там. Нет, там не будет. Просто в машину вот туда скидываете. Я устал бегать. FBI. Я устал бегать. Ты не бегал еще в жизни. Почему ты сухой, совершенно не потный? Я бегал. Посылку находил, вот, поэтому сухой и не потный. А, тут, кстати, 101 можно сделать спокойно. 120. Мне интересно, кстати, посмотри, как 120. Слышишь? Не знаешь, что кажется, Тима-то? Как-то ачивка делается. Какая? 120? Угу. Короче, все вообще не стреляют поначалу. Нет, убить нет. 50 юнитов. Нет, с профит 120. А, окей. Не, там, короче, что-то тупо все гранатометы были. Стрелять в кучу всегда нужно. Все. Ничего за умного особо не нужно. Ну или просто ну, один чувак, короче. Ты помнишь, как у Деза была точность там 130, даже 108%? Так он с гранатомета стрелял. Ну, с не из гранатомета, он с дробовика он стрелял. Ну, блин. Вот. У меня нет гранатомета, понимаешь? Он стреляю с дробовика. Стрелял. Просто стреляю или со снайперки по одним выстрелам двоих. Ну да, ну, то есть всегда нужно убивать больше одного, тогда точно будет выше. Ну или там, не знаю, в большей степени больше. Мы опять днем чистим. Нету щита там. Мне нравится, они лезут и стреляют. Круто. Шикарные ребята, да? Угу. Я, короче, послежу за нашим кокаинчиком. Это его могут увезти. Кстати, прикольный ствол. Угу. Далее.
Ты, ну, есть такой стол, короче, который похож на ублюдка в метро. Эй! А ты уверен, что здесь? Короче, в метро есть такой ствол ублюдок и есть похожий. Что ж ты так... Сейчас, Тим! Еще раз, какой? Ублюдок. Да что? Это мат! Это человек, который находится ублюдок. Нет, это пистолет. Не пистолет, а автомат. Я понимаю, это мат. Автомат. Он находится ублюдок просто. Причем Тима так упорно не понимал, о чем мы его. Тизер? Да. Что? А он вот там. Да, вот тут я правильно там идем. Тизер увидел свет, короче. Так сколько Ладно. Осталось там? Без пайки. Нахрен тебе, Сап. Я не знаю, я на рандом кидаю просто. Я вот так постреляю. Да, вот так вот стреляю. Типа того. Зевнул, стрельнул, еще раз стрельнул. Упал, стрельнул. Упал и тоже стрельнул. Сейчас Тима убивает Клокер. Не, Клокер его не убьет, потому что я... Это какие-нибудь бусты есть? А? Бусты есть какие-нибудь? Да. Конечно. Они у тебя горят, светятся? Ну, сейчас нет. Как только у меня будет лоу хп, да. А вот если, смотри, если я на тебя крикну, будет светиться? Отлично. Я не хочу к тебе подходить, не надо на меня кричать. Ну вот, я на тебя крикнул. Нет, быстро не видно. Док 8. Док 8? Это средний. Тот, ну, говорит, сказал, что там реально. Ты бегать просто быстрее должен. Куда мне быстрее бегать? У меня максимальная скорость. А нет, не максимальная, еще один. Ага, Дес навожал. Нет, я правильно кинул. Нет. Чё? Нет! Пошли забирать. Пошли за ней. Да, кстати, кто не в курсе, но по новым правилам сумки возвращаются. Они всегда возвращаются. Нет, они раньше не возвращались. Раньше как раз и была ачивка покормить рыбок, типа, чтобы рыбки отплыли. Ну нет, вроде всегда была эта ачивка. Нет, и тогда, когда... Короче, ну, ачивка-то была. Я бульдозер, если что. Смотри. Нет, они всегда возвращались, сколько помню сюда. Нет, в том и прикол, что они не возвращались. И ачивка была как раз именно. Я тут дозер. Покормить рыбок. Ай-яй-яй, где тизер? Дозера я как бы... Во, этого. Серьезно, ребят? Даже не знаю. Ну, спасибо, Тима. Я пытался с тобой разобраться, я же не могу тебя поднимать в этом ужасе. Не знаю. Такое. Ужас. Ну он какой-то непонятный, он вроде и по тебе бьют, а вроде и по мне, и по тебе непонятно. Он возвращается. Да ты ж чё, шутишь? Поднял руки. Keep your hands up, mother. Flowers. Где щит? Щит? Ну блин. Вон там ещё щиты. А, это этот прилетел. Скейпер. Потом просто 4 сумки берем и нанесем. Окей. Ну, еще раз нужно. Оу-вау. Фига они у меня улетают. Ну отпусти его. Ничего себе. Отпустил, неплохо. Там два щита. Ну сейчас я себя стреляю. Неплохо. Чего мы делаем? А, мы не веселимся. Бля, ты заметил, как бы шоу веселиться, спасибо. Нету. Вы поднимать-то будете его, нет? Да ладно, у меня 13 секунд, мне норм. Я как бы его затормозил, чтобы Тима успел. Жалко, кстати, что поднятие СЛК она не тормозит. А, Сав, у тебя 3 падения. Я в курс. Что не приносит поднятие с руки? Ну, не останавливает. Падение. Ну, если ты крик... Ты не успел 8 док. У меня просто все улетели там. Фига. Бейте вот эту тварь. Ладно, я его будет сам убил. Нет. Погнали. Уезжаем. Нифига с патрон. Все, поехали. Не совсем. Почему? Сейчас я приду. Ну, лады. А где еще одна сумка?
А, понятно. Не совсем, сейчас приду. Я сейчас. Понятненько. Я с тобой. Понятненько. У меня вот такую музыку, это ограбление происходит, что просто класс. Такое, знаешь, вот музыка сходить за покупками, ну типа вот. Ну, я понял. Берите сумки. Эй, здорово, привет, Ким. Я сзади по тебе. А ну пошли вон оттуда, пошли вон. Вон. У меня сумка, короче, внизу лестницы оказалась. Капец, всего 40%, ну ладно. О, лучше точно 100%. Почему это глупец? А? Ужас. Короче, ладно, ребят, в общем, на этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Со мной сегодня было много народа. Конкретно со мной сегодня был Перс, со мной сегодня был Сав, со мной сегодня был Тима. И все это было весело. Надеюсь, вам понравилось. И, в общем, сейчас мы, в принципе, можем с вами еще немножко поболтать, потому что у нас осталось 4 минуты, в принципе, ну, или что-то около того. Фак. Так что вот вопрос-ответ. Вопрос-ответ, да. Так. Давайте ну красочки. Красочки, красочки. Так, ну, краски, это, видимо, ну, уже краски, ну, ну, краски, ну. Есть! Сука! Сав, тебе тоже хорошо кавай дали. Окисленная, фу, какая-то моча вообще. Шикарно. Блин, еще один этот нужен, чтобы лица прокачаться. Чёрт, да, обида. Угу. Есть такой нюанс. Главное, знаешь, конец стрима уже раз так опять народ побежал. Ну, может, у кого-то, ну, часовые пояса, все знают. Ну да, это же бывает такое странное дело. Блин, я все жду, пока мне выпадет грёбаная модификация приклада, этого, не приклада, а ствола. Они нифига не выпадают. У меня оно есть. Вассерман, я к нему никак не отношусь. Тимати. Смотрите. Та-дам! 4 профана контрабандиста против дофига копов в ТТ выносят их с одного выстрела, а КТ не могут пробить броню, как будто одна из кожи жопа дракона. Что? Няшная панда. Да-да-да. Няшна панда. Я все. Пошел, спасибо за стрим и чат, было весело. Всем пока. Давай, удачи. Давай, да. Пока, Дэс, Перс, Сайф, Сейф. Я только что читал вот это. А, ты читал, что ли? Я думал, ты прощаешься. Не. Ну, получилось неплохо. Ну чё, ждём от колдуна тогда песенку. Угу. Которую он обещал. Про мистер маленький экран. Вот. Ну, потихонечку завершаем стрим. Я не знаю, чё ещё там сделать. Чё ещё просто. Что-то слишком много Dark Souls. В последнее время слишком много Dark Souls. Слишком. Ну вот. Я почему-то сворачивается игра, кстати. Ладно, пойду посмотрю, что у меня там в группе творится. Еще раз скажу заранее вам, ребятки, всем, что в группе вы можете спокойно выбрать сами игру, которую хотите видеть на стриме и тому подобное. Так что ищите. Ищите, ищите. Ну, у меня маска чемпион есть. Ссылка есть. Откуда у меня маска чемпион? Сложно сказать. Без понятия, я знаю, что есть маска мясника, она, видимо, выдается за ДВ лес. Ну, у меня лично лес остался. Я думаю, у всех лес остался. Такая печальная вещь все-таки. А нам еще проходить. Не напоминай. Так. Кстати, Darksiders потихоньку набирает обороты-то. Второй? Да. За него потихоньку голосуют.
Надо, кстати, удалить темку Лёхи, что, по идее, mm-hmm. больше нет. ГГВП. Не, ну как бы я могу еще раз опубликовать? Не, ну, все-таки через неделю, я думаю. Ну, окей, ладно. Чтобы не так прям часто. 33 секунды осталось. А мы-то что, потом еще продолжаем? Не знаю, я, может, покушать пойду еще. Так что то же самое. Так что ты особо не это. А, ну окей. Ну ладно. Хорошо. Так, перс обиделся. Ладно, в общем, ребята, я думаю, действительно, всем пока, всем удачи. Спасибо, что вы нас смотрели, поддерживали, ставили свои лайки и прочее. В общем, это все хорошо. Всегда приятно вашей компании. Так что давайте приходите на следующий стрим, который будет через неделю. Всем удачи. Пока. Всем пока. Давайте. До скорых встреч. Удачи вам, ребята. И вам тоже, ребят, удачи. Ага, давай созвонимся. Давай, пока. Давай. Все, мы ушли. Всем пока. Всем спасибо.